говорю, 100%. Я вот елку восстанавливаю, и мне Валюха вернет моего Анатолия. Конечно, вернет. Дим, мы сейчас... я тебе помогу украсть эту елку. Она будет очень красивой, самой красивой. Из всех классов. Ее можно будет на выставку. Вот, вот. Да. Осторожнее, я сам, не надо. Так, дождик. Красиво. Не, ну вот я наряжу 100%. Да, правильно, оно что-то красиво выглядит. Молодец, девочка, молодец. Ничего не стоит сделать ради Анатолия. Ради моего любимого. Вот. Класс. Побиваем. Ты такой молодец. Так, давай еще. Вот. Вот, аккуратненько, аккуратненько. Не, я не хочу этот, я хочу вот этот. Так он живет со щелочкой. А мне все равно. Ладно, тоже. Молодец, красиво, красиво. Так. О, игрушки. Игрушки. Давай, цепляй только аккуратней. Вот так? Нормально. Только чуть-чуть, ну, понижнее, но все-таки елка дорогущая. Вот так. Так, и еще. С любовью. Любовь. Давай только золотые. Нет. Я как сказал, так и будет. Ладно. Так. Класс. Пору. Нет, это не порвано, все нормально. Так, вот тут. Так классно, в кино было. Такой же порвано. Отлично. Тебе понравился фильм сам? Да, очень понравился. Да. Еще и попкорн вкусный. Ой, привет. А вы елку уже нарядили? А что, не видно? Да, наряжаю. Дима наряжает, а я ему помогаю. Я наряжаю елку, чтобы вернуть Анатолия. Ну, а я помогаю. Мешаешь. Ну, Дим, ну я же тебе помогаю. Ты мне только мешаешь. Тихо, что? Вот это вот повешу. Я не хочу. Я повешу сам. Ты присаживайся. Давай сюда. Спасибо. Ну, думаю, конечно, я вам помогаю. Анатолия. Сходим еще раз, да? Сходим, конечно. Дождь, поправь. Да что ты делаешь? Аккуратней! Да я же поправлю. Да кого? Убери руки, чеши на место. Иди, забери свой рюкзак. Да, ну я тебе помогаю. Не надо мне помогать. На рюкзак, иди на место. С такими помощниками мне никакая помощь не нужна. Я сам ее наряжу. Да, Дим, ну блин, ну я тебе просто помогаю. Ну, ты понимаешь, ты даже не замечаешь. Я все ради тебя делаю, а ты просто не ценишь. Вон, даже когда мне Валентина Ивановна хотела Анатолия дать, я ему сказала, отдайте его лучше Диме. Ну, это как бы не мои проблемы, то, что Валентина Ивановна сказала, что так не пойдет. Но я тебе все время помогала и елку наряжала. И чтобы тебе Анатолия, между прочим, вернули, я все время хочу тебе помочь. А ты просто не замечаешь мою доброту. Если бы ты хотела помочь, ты мне помогла бы. А не елку мне чуть ли не уронила. И что ты вообще сидишь на месте Анатолия? А ну встала и пошла на вторую парту. Я буду сидеть здесь. Тебе Валентина Ивановна все равно сейчас не вернет Анатолия. Ты на старосту, на самого лучшего старосту этого класса, а так говоришь плохие слова? За такую елку мне Валентина Ивановна 100% Анатолия даст. А такая подруга, как ты, мне больше не нужна, понятно? Я бы с тобой, Паша, так никогда не поступила. Ну, конечно, бы не поступила. Ты же не Дарина, ты умничка, ты красавица. А вон Дарина за конфеты все может сделать. Вот правильно, Паша. А сейчас даже непонятно, из-за чего она все это делает. Да-да. Кто бы говорил, отбила парня у своей подруги, и теперь сейчас еще выделывается. А я делаю все ради любви. Дим, знай, я тебя люблю. Ну, люби себе дальше. Мне любовь в школе не нужна. Ничего себе, ты видел, как он ее обломал? Да-да, я бы тебе такое никогда не сказал. Спасибо, Пашенька. Кто бы говорил, не ясно еще, что тебя дальше ждет. Вот вы сейчас постучаетесь еще пару недель, а потом он возьмет и кинет тебя, как Аню. А потом еще будет попкорн обратно просить, чтобы ты ему купила. Дим, а я подожду, ты будешь все равно мой. Жди. А давай уже заходи со своим чемоданом. Да ну, Петя, ты задолбал меня, как ты будешь себя нормально вести? Когда ты будешь себя нормально вести? Всем привет. Всем привет. Ничего себе, елка. Какая-то фигня, мне кажется, Валюха не оценит. Да Витя, блин! Спасибо, друг, хоть ты один меня понимаешь. Вот вообще-то я это делаю все ради Анатолия, потому что я чувствую, что Валюха мне его вернет. А мнение Ани меня не интересует. И, кстати, ведь муж ее сильнее еще бить, муж ей до нее не доходит. В смысле бить еще сильнее? Вообще ты странный, и ты странный, и ты вообще больной на голову. А что ты на нее руки свои положил? Потому что мы с Лерочкой теперь пара. Да, Анечка.
Ой, Лерочка, как это мило, аж блевануть хочется. Ужасная с вас пара вышла. Чего сразу блевануть? Нормальная пара, мне нравится, очень милая. А я так не думаю. Так не думаешь? Паше она больше идет, чем тебе. И что? А тебе вообще никто не идет? Ни Дарина, ни я, ни Лера, вообще никто. Ты вообще со всеми перестречался, и ты бабник, все. И что? И то. Так, а ну тихо, может, Валентина, она придет, и тут все орете. И, кстати, Витя, я тебе говорю, ты не должен ни с кем встречаться, и я не буду ни с кем встречаться, потому что надо учить уроки, а мне еще надо Анатолия возвращать. Так что я тебе запрещаю с кем-либо встречаться. Ой, Димочка, ну если ты так сказал, то хорошо, я ни с кем не буду встречаться. Вот с тобой бы я точно никогда не встречался. Можно подумать, чтобы я согласилась с тобой встречаться. Хоть и вообще, я жалею о том, что мы с тобой когда-либо встречались и когда-либо что-то у нас между было. А я еще больше жалею, не поверишь. И что? Я первая сказала, хватит повторить мои слова. Ну, встречаться, может, и не надо. Например, там, ходить вместе, в кино, за ручку, девочек с мальчиком, чтобы мальчик девочке дарил цветочки, покупал попкорн, шоколадки, провожал домой, носил, помогал носить сумку, рюкзак. Дарина, имей в виду, я с тобой ни встречаться, ни дружить не буду. И, кстати, давай быстрее уже на вторую парту, потому что там сидит Анатолий. Димон, красавчик, правильно ты все говоришь? Пускай она нафиг назад пересаживается. Я не хочу с этой кикиморой сидеть. Слышишь, а ты знаешь что? А ты чудище болотное. И вообще, отсаживайся быстрее от меня, а то порчу наведу. Ты кикимора болотная. Сам такой. Ага. БГ. Дружбан, ты меня прости, но рядом со мной сидит Анатолий. Так что сиди уже с этой кикиморой. Все, последний шарик был довешен. Теперь... на свое место. Дарин, давай, чтобы я тебя не трогал, давай быстрее. Нет, я здесь буду сидеть, ну, Анатолий, чем мне пош... нет. Дарин, давай, пожалуйста, без этих, давай, встаем. Ну я не хочу, ну Дим, это мое место. Сумку забери, можно бить. Эгоист. Теперь скоро тут будет сидеть Анатолий. Всем привет. Привет. Ого, какая елка. Вот так, нет, вот так, пожалуйста, вот так, не надо, не надо, я девушку так не скажу. Одна игрушка. У тебя вообще там некрасиво елка наряжена. Цвета не совпадают. Это я плохо наряжаю? Ты пришел мне елку завалил. Одна чуть ли не завалил, а ты завалил. Мне тебе точно на доле не видать. Так, я говорю всем сразу, к елке больше не подходи. Добрый день, дети. Здравствуйте, Валентина Ивановна. Смотрите, мы уже на месте с Пашей. Умнички, умнички. А мы уже давно с Витей на месте. Да. Прям молодцы, молодцы. Вау, как здравствуйте, какая... здравствуйте, Анатолий, привет, Анатолий. Руки, руки, дети. Матяна, Витя, вот я для вас елочку нарядил. Ну, так сказать, нарядил плоховато, Дима. Придется все самой перед... Да в смысле плоховато? Я ее полтора часа наряжал, в смысле плоховато? Давай, куча все набил, садись на место. Да ну, можно, пожалуйста. Так, иди на место. Анатолия даже не видела, елка, не понравилась. Я тебе хотела помочь, а ты меня не слушал. Мне твоя помощь не нужна. Ты вообще сказала желтенькие шарики не вешать. Наоборот, я тебе сказала желтые шарики не вешать. Отстань от меня, мне все равно. Все равно уже никого мне не видать. Так, хватит там ругаться. У нас сегодня с вами очень важное мероприятие. Как вы знаете, до Нового года осталось чуть больше недельки. И мы с вами будем украшать актовый зал. Сегодня мы будем вырезать снежинки. И у кого будет самая красивая снежинка, тот станет обладателем нашего Анатолия, то есть староста и моим помощником. Че такая тишина в классе? А потому что Валентина никто не хочет вырезать снежинки. И давайте сразу Анатолия мне. Валентина Ивановна, я буду вырезать снежинки. Так, перестали ругаться. Вырезать будут все. Мы ждем Новый год. Да! Детская шампанское. Нет, взрослая шампанское. Хорошо, хорошо. Детское шампанское, подарки, поздравления. Ребята, говорите. Так, дети, ну что такое? Все, прекратили. Староста должен быть, вы знаете, у меня ответственный помощник, потому что Анатолий у нас красавчик. Так, Лерочка, давай начнем с тебя. Иди-ка. Поможешь мне раздать ножнички и листочки для вырезания снежинок. Давай. Аккуратно. Техника безопасности. Всегда не уколи. Так. Хорошо. Выбирай, какой ты хочешь листочек. Вот этот. Этот? А ты какой? Дай розовый перед. Давай.
Так, мой листочек уже, все. Так, держи. Он помер, дай мне другой. Нет, не трогай, отдай другой. Спасибо. И мне. Пальцами поговорим. Ты дура? Пальцами. Отстань, Ален, отстань. Не трогай. Да отстань, Валентина Ивановна, как все нормально? Держи. Шапку, что ли, в помещении вообще? Какая тебе разница? Большая. Так, а ну успокоились. Давайте поддерживать хорошее настроение. Праздничная Лерочка, раздавай Димочке и Дариночке. Валентина Ивановна, так она мне такой нужности не давала. Я тебе сказала пальцем не вырезать дуру, что непонятно? Пальцем будешь вырезать. Да все, вырезай пальцем. Когда Анатолия не выиграешь, что ты дура. Не знаю, что ты вообще трындишь? Ничего не надо. В смысле не надо? Мы же знаете, про старость обзывать. Ты не старость, алло. Стоп, стоп. А что? Валентина Ивановна, Дарин, скажите, чтобы она не дала листок. Чем я буду снежинки эти вырезать? Из чего? Лерочка, дай Дарине, пожалуйста, листочек и ножницы. Давай, давай. Итак, ребята, умеем вырезать снежинки? Да, конечно. Да, умеем. Давайте для начала вы мне покажете, как нужно правильно складывать листочек. Валентина Ивановна, смотрите, я умею. Вот, видите, видите, сейчас. Я тоже умею, Валентина Ивановна. Он не умеет, он же сам кричал, что нет. Он у меня подсмотрел не просто. Правда, да, вот смотрите, я первая. Валентина Ивановна, прошу вас обратить внимание, что я уже отрезаю этот лишний кусочек. В смысле, так не говорили отрезать уже, что ты делаешь? Снежинку. Валентина Ивановна, смотрите, я тоже умею, смотрите, уже отрезаю. Лерочка, у меня не получается, можешь помочь, пожалуйста? Ой, Паша, Паша. Так, подержи. Это... уже надел. А, ну вот, вот так вот складываешь. А теперь вот это просто отрезаешь снизу. Ага. Все. Спасибо. Витя, дай ножницы. Не дам. Ну, пожалуйста, дай ножницы. Мне нечем вырезать снежинку. Тебе же сказали, пиши пальцами. Какими пальцами, Витя? Ой, не пиши, а... Вы короче... Да тихо, я же пальцем, вот. Ну, пожалуйста, дай ножницы, Витя. Ладно, я сейчас доделаю и дам тебе. Мне так не надо. Отдай ножницы! Разогналась. Ты нормальная? Да. Валентина, надо что дальше делать? Вот что надо дальше делать. Да тю, я сдам, я просто хотел с Антиной Ивановной поговорить. Вот, Дариночка все правильно делает. Остальные тоже смотрят, а так же делают. Лерочка молодец и Паша молодец. Спасибо, Валентина Ивановна. Староста должна все делать первой. Ты вообще круто делаешь, молодец. Спасибо, еще тоже. Не те хвалите, Валентина Ивановна, к вашему сведению я тоже уже все сложила и знаю, что делать дальше. Нужно вот этот вот хвостик обрезать. Отдай ножницы! Да подожди, Валентина Ивановна, она забрала мои ножницы! Ничего страшного, подождешь. Это ты у меня увидела то, что я отрезал просто. Ну да, очень смешно. Валентина Ивановна, вы все видели сами, что я сделала это первое. Вот, молодцы, кстати, ребята, я забыла вам раздать карандаши. Валентина, а можно, пожалуйста, Анатолия ко мне, на мою барду, потому что ему там скучно. Девочка, он прекрасно себя чувствует, а мы в столе. Пожалуйста, ёлочки, правильно. Ну я прошу, ну я больше ничего больше жить не прошу. Так, это много шансов. Держи, Валентина Ивановна, обрати внимание. Я самая первая поняла, как делать эти снежинки. Ну и дальше что? Ну вот, сейчас буду рисовать, и потом это вырезать. Молодец. И как Валентина, чтобы она отдала мои ножницы? Валентина Ивановна, вы с моей снежинки будете в шоке просто. Она будет самая лучшая. Обратите внимание, что я первая додумалась, как нужно правильно вырезать и все сделать. Ой, вы такие молодцы. Вот посмотрим, у кого самое красивое. Вот и старый сваргачок, ножнички тебе передадут. Да, Аня? Да, Валентина Ивановна. Ну что, у вас здесь? Тетя, очень круто получается. Смотрите, Валентина Ивановна, я уже почти все. Осталось только повырезать, отвести и все вырезать. Вот, в общем... Все правильно. У меня будет самая лучшая снежинка, и Анатолий будет у меня. Ладно, за счет внизу. Итак, ребята, давайте. Берем вашу снежинку и рисуем то, что мы собирались обрезать. Там полукруг, треугольник с одной и со второй стороны. Можно, если вам нужно, чтобы был красивый хвостик, вот этот хвостик мы выделяем, удлиняем, а здесь обрезаем. Полукруг, например. Тогда у вас получится с зубчиками снежинка. Понятно? Да, понятно. Валентина Ивановна, а можно, пожалуйста, вместо этих снежинок, по-моему, лучше елку заново украсить? Потому что если бы не Спартак бы ее завалил, так сказать, то бы все было бы нормально. Слава, ты ее уже не наряжал. Да помолчи. Ты тоже тут виновата. Ой, Димочка. Ну что ты нарядила, что сказала? Мне не нравится. Вырезай снежинку. Может быть, у тебя получится лучше всех. Я все-таки передумаю.
Итак, приступаем. Давайте, я уже жду снежинки. Что ты делаешь? Квадратик вырезаю. Так не так надо было. А мне все равно, как хочу, так и вырезаю. Ты никогда не делаешь. Чего? Это дрянь, мне еще чуть-чуть осталось, я уже ее полностью дорезал. Вот, надо было вот так. Да мне все равно, у меня все равно получится лучше, чем у тебя. Сейчас посмотри, смотри, сейчас дорезаю. Сейчас дорезаю, аккуратно. Вот так вот. Вот так вот. И на счет три открываем. Раз, два, три. Ой, что-то оно не хочет. Посмотри, что получилось. Ах, осторожно. Посмотри, что получилось. Какая супер-пупер снежинка. Валентина Ивановна, смотрите, что получилось. Вот это крутяк, Димон. Реально крутая снежинка у тебя получилась. Да и бог какой-то вообще. Это не снежинка. На снежинку это не похоже. Подожди, Спартак. Интересно, какая у меня снежинка получится? Я думаю, очень красивая. Галима, у тебя галима может только получиться. А у меня все самое лучшее всегда получается. Я и не пытался. Паш, помоги, пожалуйста, вырезать. Я не могу, они какие-то твердые. Ого. Угу. Покажи, что у тебя. У тебя прям слишком твердый какой-то. Знаю, вообще не получается вырезать снег. Видишь, как криво получилось. Если еще снежинка не получится, а то ли не получу. Круче, Аня, дай ножницы уже! Валентина Ивановна! Смотрите, смотрите, у меня даже лучше, чем у Димы получилось! Это фигня! Не трогай! Действительно, неплохая снежинка получилась. Ну, а Димочка может, конечно, свою еще исправить. Что остальные? Заканчиваем? О, Валентина Ивановна, все! И я все! Так... Как это открыть теперь? У меня будет круче. Нет, у меня будет круче. Господи, Витя, открой хотя бы снежинку. Я сейчас порву. Офигеть! Покажи. Вот сейчас. Как некрасиво. Смотрите, Валентина Ивановна. Сейчас я свое. Обалдеть, я такой фигни еще не видел. Офигеть, мне один. Очень нравится. Теперь смотрите на мою. Глевотина уже стала. У меня какая-то елочка вообще получилась. Да Валентина Ивановна, вы не видите, у нее просто бумажка какая-то обрезанная. Так. О, я открыл. Вот это снежинка. Фу, говно какое. Валентина Ивановна, смотрите, какая снежинка. У меня лучше намного. У меня. Ножницы, да дайте. Какого тебя? На. Валентина Ивановна, это что теперь, я староста, у меня самая лучшая снежинка? Нет, я староста, у меня самая лучшая. Подожди, Витя, у вас красивые сами снежинки. Вот я смотрю, и Лерочка, и Паша уже заканчивают. Показывайте. Смотрите, Валентина Ивановна, смотрите, как красиво получилось. Да, красота. Красиво, это вещество, вам помогали. Нормальная вообще. Снежинка, что ты там наговорил? Кто нам помогал? Валентина Ивановна вообще-то просто показывала. Так мы с вами все делали. Да. Снежинки получились просто отличные. Все молодцы, у каждого получилась своя красивая снежинка. Остался один Спартак. Давай быстрее. Да блин, да что это такое? Все, Валентина, время вышло, он там что-то себе порезал, а победителем буду я, потому что я первый. Я была первой. Вообще-то я был первый. У меня самая красивая снежинка, это раз. Кто тебе такое сказал? Я была первая. Стоп. Да кто тебе такое сказал? Ну дай мне посмотреть, ну пожалуйста, дай посмотреть. Ну я просто смотрю. Ну пожалуйста, не рви. Хорошо, я не буду рвать. Честно. Я просто посмотрю. Я хочу сравнить со своей, ну пожалуйста. Мое. Ты свою, а свою, а свою. А у меня это такой дизайн. Все, отстанет. Отстанет. Валентина Ивановна, ну мою снежинку порвали, ты честно. Ну, я буду старостой, потому что мою снежинку испортили, а вы знаете, у меня была самая красивая. Дима, ты что вообще? Зачем ты снежинку Дарины порвал? А, зачем? Так, ты исключаешься из соревнований. И Дарина тоже. А я буду при чем? Потому что у тебя некрасивая снежинка. Ну что, Спартак, ты закончил? Стой! Мне там надо кое-что. Я сейчас отдам тебе. Я тебе сейчас отдам. Серьезно, отдам. Нет, ну ты мне веришь? Ну хоть. Я тебе не верю. Какому-то мы. Ты без резких движений, пожалуйста, без резких. Тебя исключат. Исключат тебя не надо, пожалуйста. Ты че? Валентина Ивановна, вы посмотрите на них. Ну они дерутся каждый день. Разве можно таких людей брать за старосту? Вот именно. Посмотрите на нас, Паша, мы никогда не деремся, не ссоримся. Вот. Ура, я наконец-то закончила! Посмотрите. Сейчас я открою.
Ну давай, давай. Что-то не открывается. Попробуй. Ты порвешь ее сейчас. Да не порву я. Вот, молодец, правильно. И теперь тяни. Давай, давай, давай. Давай, давай, не переживай. Да, быстрее уже. Да не, дергай, не порвалась. Сейчас порвешь. Давай дальше сам. Это не смешно. Давай, показывай. Вот. Валентина Ивановна, вы еще скажите то, что вы за это Спартаку дадите Анатолия за 31 елку. И вообще Анатолий ни у кого жить не будет, а только у меня, потому что его законное место здесь. Дима, я тебе ясно сказала, никогда Анатолий больше к тебе не переедет. Капец, блин. Итак. Снежинки красивые у четырех человек. Это Пашенька. Конечно, еще. Лерочка. Ура, спасибо большое. Анечка. А Диман, так кстати, что моя снежинка самая лучшая. И Вити снежинки. Я знал, что моя самая лучшая снежинка. Красивые очень снежинки. Давайте проведем голосование. Кто считает, что самая красивая снежинка у Паши? Поднимаем ручки. Не переживай. Так, мне все понятно. К сожалению, Пашенька нет. Следующий претендент – Лерочка. Так, смотрю, что-то у нас голосование проходит очень тяжело. Ладно, Анечка. Валентина Ивановна, я всеми руками за. Опускаем руки. Нет, ну, они просто все мне завидуют, поэтому они голосуют. Да. На вас не надо надеяться, и на себя, и на тебя. Дрин, а мы же с тобой дружим. Ты голосуй за меня, пожалуйста. Ну, да, дружим. Ну, не голосуй за себя. Я тоже тебя голосовать не буду. Анечка, к сожалению, извини, нет. Итак, смотрю, что-то вы вообще голосовать ни за кого не собираетесь. Наверное, даже Анатолий останется у меня. Но есть последний претендент, это Витя. Поднимаем ручки за Витю. Витя, я за тебя, но только если Анатолий будет сидеть возле меня. Я ни за кого. Ну, Дим, то потом, потом, понимаешь. А я двумя руками за себя. Нет. Ого, молодец, с других голосуешь. Ты тоже, Пашенька, молодец. Ну что же, ребята. Молодцы! Наконец-то мы проголосовали хоть половина класса. Итак, старостой у нас становится Витя. Ура! Мой Анатолий! Мой Анатолий! Ага. Ребята, всем спасибо, кто за меня голосовал. Люблю каждого. А кто за меня не голосовал? Ой, вы уж держитесь. Витя, ну так не надо. Да я шучу, Валентин Иванович. Витя, Анатолий должен сидеть здесь. Дима, прости, но нет. Потому что Анатолий должен сидеть со старостой. Правильно, Валентина Ивановна? Все правильно. Староста с Анатолием за одной партой. Анна пересаживается к Спартаку. Да. Да в смысле, Валентина Ивановна, я не буду к нему пересаживаться. Пусть он своего Анатолия на парту ставит. Или вообще бы заглянуть в класс садиться. Я не буду к нему садиться. Что получила, получила. Отвали. Валентина Ивановна, я не буду с ним сидеть. Ах так, значит, да? Дима, ну не переживай. Что не переживать? Идет это дело мне с моей снежинкой. А я-то тут при чем? При том. Ты сам ее себе порвал. Да помолчи, а вы, Валентина Ивановна, как вы могли? Я вам елку нарядил, к вам все время хорошо относился. Молодец, спасибо. Очень красивая елочка, очень. А ты друг называется, да? Да, я тебе друг, Дим. Все понятно. Ну, Дим, Валентина Ивановна, спасибо, что сделали меня старостой. Пожалуйста. Вот так ты, да, значит? Не было у меня друга, не было нелюбимого учителя, не было у меня любви, не было у меня друзей. Я от вас ухожу. Дима, чего? Прощай, Анатолий. Дима, уходи, Дима. Ребятки, всем привет! Давайте, проходите, не стесняйтесь, давайте, давайте, давайте. Я, как вы знаете, уже староста. А это моя самая главная опора и поддержка. Всем поздоровайтесь. Это те люди, которых я оправдаю. Ну, то есть я ваши надежды оправдаю. Я обещаю, верю в тебя, люблю вас. Спасибо, мы тебя. Пройдемте дальше, пройдемте. Да, да. Это мой лучший кент. Вы как поняли, не про Аню, а про Тома. И не про Спартака. Давай, по-хорошему, посмотрите с моего места. Давай. Сам удивите, не беси. Короче, не важно. Как вы уже заметили, пятиклассник учится в нашем классе. Ладно, не суть. Давайте дальше. Пройдем.
Кто здесь должен сидеть? Правильно. Бывший староста, который занимал долгое время это место. Но его сейчас нету, и никто не знает, где он. Но на его месте появился я. И я лучше него. И все это знают. А это девочка, которая бегает за этим самым старостой. Вить! Нет. Да? Ну и не только за старостой, а за всеми мальчиками. Вить, ты что несешь? Там так и есть. Нет! Да? Нет! Поздоровайся с подписчиками. Всем привет! Что ты снимаешь? Вырубай. Добрый день, дети! Здравствуйте! 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 Посмотри, как я оделся, как подобающий должен себя одевать староста. Очень должен хорошо. Всем пример преподавать, как вы знаете. Ну, я староста, я здесь главный теперь, ну, как вы и говорили, в принципе. Да. Я посмотрел за чистотой класса, посмотрел, чтобы все сидели на своих местах. Все, вообще, все супер. Очень и чистота хорошо. В классе, я назначил дежурных, все хорошо. А что это у вас тут такое? Мы будем делать прикольно. Дайте посмотреть, пожалуйста. Для детских домов, для детей. И что? Ну, сделаем поделочки и потом... Ну хорошо, я тогда, ну, вы садитесь на место, я тут продаю, расскажу всем, да? Ты знаешь, как это делать? Конечно. Давай так. Да ладно. Садись на место, а я расскажу и потом будем делать. Да, ну хорошо. А, давай, чухай отсюда. Я как староста, я теперь могу делать все, что захочу. Ну ты должен вести себя как староста. Так я веду себя как староста, ты что, не видишь? Витя, садись на место. Нет, Ань, нет, так не пойдет. Нет. Я говорю, иди. Я не буду пересаживаться, это мое место. И если ты хочешь, ты можешь пойти и пересесть на последнюю парту со своим долбанным подругой. Подожди, с тобой разговаривать не какой-то простой человек. Мне все равно, кто со мной разговаривает. Хоть президент, мне насрать. Валентина Ивановна, скажите ему, чтобы он вообще пересел, я не знаю, или... Валентина Ивановна, вы считаете, это нормально, староста разговаривает? Кому ты указываешь? Я тебе указываю, я староста, я глава класса. Валентина Ивановна, мне кажется, ли он слишком уже зазвезделся. Так, Витя. Давайте не будем портить новогоднее настроение. Бери Анатолия и пересаживайся к Диме. Кстати, а где Дима? А, ну не ты, ладно, ну, ладно, секундочку. Ладно, сиди на своем месте, все равно мне вообще. Анатолий мой. Один Иван, там просто такое дело случилось. Вы же помните, как Дима ушел? Вот эти шарики, пипец. Как Дима ушел тогда со школы, эти все дела. И так получилось, что я его вчера встретил, и он собирал что-то с мусора, какие-то бутылки стеклянные. Собирал бутылки. Ну серьезно, стеклянные бутылки. Капец. Да ну не может быть этого. Ладно. Я раздам, Валентина Ивановна. Господи, подожди, я еще даже ничего не рассказала. Я знаю, что уже делать. Просто надо взять ниточку, вот примерно сколько, ну скажите сколько. Да думаю, можно меньше. Вот так. Меньше? Да. А, ну все, хорошо, я пошел раздавать. Валентина Ивановна, обратите внимание, вот. О, можно мне вот эти вот? Тише, я сам буду решать, какие тебе дать. Валентина Ивановна, попрошу вас обратить ваше внимание на то, как я буду... Всем раздавать. Я буду раздавать равное количество, ну, чтобы никого не обидеть. То есть держите вот эти две штучки, одну вот эту штучку. Не-не-не, одну. Ну, вот эту штучку. Подожди, можно хотя бы по две? Еще. Ладно, на по две. Ну, все, высыпалось, все, хватит себя, короче. И нитку я тебе дал, да? Да. А что там, Дима, ты реально видел? Диму, да, я же сказал. Валентина Ивановна, я же сказал, что он собирал бутылки. Стеклянные бутылки. Хорошо, давай уже переходи к следующей. Давай, бусинки уже. Да, Валентина Ивановна, сейчас иду. Это, Дарина, начинай работу, я потом проверю обязательно. Спартачок. Ну, кстати, правильно Валентина Ивановна говорила. Помни, что ты не должен учиться в нашем классе. В смысле, ты должен? Я помню ваши слова, я считаю, вы правы. А сейчас дам я тебе твои бусинки. На тебе по одной штучке. На. По две. На тебе чуть-чуть еще. И вот так. Вот. Все. И ниточку тебе держи. Вот. На. Забирай. А вот Анна, Валентина Ивановна, она не хочет детям делать подарки. Ты идиот, Витя, я такого даже не говорила. Говорила? Она так ушла, мне это сказала шепотом. А знаешь почему? А знаете почему? А потому что она взрослых не любит, детей она не любит. Как она вообще может дарить детям подарки, если она их не любит?
А еще знаете что? Она вас не любит. Я это все слышал, Валентина Ивановна. Она значит такая... так, Витя, если нет, сейчас не перебивай меня, не перебивай меня. Я тебя задушу этими руками. Валентина Ивановна, дал мне бусинки. Вы заметили, какая у нее сработала защитная реакция? Валентина Ивановна, вот она начинает бить, нервничает, краснеет. Она не знает, что, ну, что делать. Потому что со мной сидит тупорылый человек, которому я такого не говорила. И он из себя пытается строить фиг знает что и пытается показать главным. Я такого ни разу не говорила. Я Валентина Ивановна люблю, детям я люблю помогать. Люблю и взрослых, и маленьких. И вообще, возможно, свою будущую работу я буду связывать с детьми. Ясно? Все сказала. Я тебя не слушал просто. Да мне насрать, я тебе Валентина Ивановна говорила. Забирай свою нитку, я тебе даже что дам... Что это? Что это за кусок говна? Я тебе даже дам больше бусинок вот такого красивого цвета. Тебе подходит очень сильно. Коричневый цвет. Ай, да за что? Да за все хорошее, Витя, ты мне так достал уже. Валентина Ивановна, а это, кстати, правда, то, что она вам говорила. Я даже скажу, когда это было. Это было позавчера в коридоре. Витя, ты знаешь, мне очень нравится твое рвение к работе старосты. Вот ты прям меня удивляешь. Такой молодчинка, так организовал здесь все. Анечка, Витя правильно говорит, я знаю. Ты говорила на мне плохие слова. Витя, раздавай дальше. Валентина Ивановна, вы несправедливая. Все. У вас уже раз это нормально. Можно сейчас ничего не говорить, Валентина Ивановна, я вот иду. Берите сколько хотите. Что, правда? Да, берите сколько хотите. Нет, все нельзя забрать. Берите что хотите. Так. Ну, только вот это не трогайте, это мое. И вот это тоже сильно много не берите. И вот это тоже сильно много не берите. Так, ну, можно, ладно, бери, 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 ладно, бери, бери, да. Нет, ну это уже сильно много, Паш. Это сильно много. Валентина Ивановна, нормально. Хочу обратить ваше внимание на то, как изменился Полушенька. Он изменился в очень хорошую сторону. Правда, если вы заметили, как Лера на него повлияла. Лера просто золото, а Павлуша стал таким же золотым ребенком. А вот Анечка, что Анечка? Это не Анечка, это Аня. Блин, это даже не девушка, она не ведет себя как леди. Лера леди, она ведет себя как девочка, она нежная, добрая, она Павлушеньку тянет ко всему лучшему. А Аня что? Она только неприятности ей Павлушеньке приносила, она все время... Да, кстати, Павлушенька про вас говорит только хорошее все. Валентина Ивановна, ну как видите, я уже все раздал. Что мне дальше делать? Молодец, просто молодец, Витенька. Валентина Ивановна, я вот все, я все раздал, все, короче, хорошо. Я решил, я очень люблю детей, я очень люблю стариков, я очень всех люблю, особенно самого большого люблю вас. Я для детей сделаю самые модные украшения. Я сейчас сяду и буду делать. Хорошо, Витя. Хорошо. Да, вот повезло же мне со старостой. Ребята, вот учитесь, какой умничка. Изменился вообще в лучшую сторону. Ой, спасибо, Витя, что ты теперь староста. Раз шарики упали. Да ладно, потом подниму фиг с ними вообще. Витя, чего за фигня, что такое люди подлизываются? Я подлизываюсь, вот... Не ори. Да хорошо, я подлизываюсь, вот не поняла. Да тебе просто показалось. Я не такой. Ты что думаешь, я кому-то буду там подлизываться? Да нифига вообще. Валентина Ивановна, я, короче, решил, я сразу начну свой ожерелье, браслет для детей, наверное, с голубого. А знаете, почему с голубого? Почему? Голубой цвет, между прочим, символизирует такую, как глубокость души, такую свободу, простоту. Вот вы когда в океане, в море, там, в речке плаваете, это вы плаваете. Вот. Ну, просто представьте вот эти голубинки. Вот каждая голубинка это океан. Да капец, ты рот свой закроешь или нет? Голубинки, розовинки, господи. Занимайся работой, а не тренди всякой фигни. Ань, ты можешь трендить все что угодно. Просто не все такие умные, как я. Потренди мне там. Валентина Ивановна, кстати, это мой первый браслет, будет называться браслет с голубинками. Второй браслет. Ничего в этом смешного я вообще не вижу. Давай умник. Если у меня есть душа, если я так чувствую, то я буду выражать свои чувства заради детей. Для детей. Я все буду делать для детей. Молодец. Второй мой браслет будет включать в себя радужный цвет. Почему радужный цвет, вы спросите меня? А я вам скажу, радужный цвет символизирует радость. Веселье. То есть человек на позитиве. Ты когда одеваешь этот браслет, тебе хочется жить. Вот ты на него смотришь, тебе грустно это. Ты на него посмотрел, и ты понимаешь, все, вся жизнь еще впереди. Прилив энергии. Вот что ты меня перебиваешь? Я разговариваю с Валентиной Ивановной. Вот Валентина Ивановна, Монолог. А потом третий браслет я сделал коричневенький. Специально для таких, как Аня и Дарина руки убрала. Скорее всего для себя, Витя, что ты путаешь? Не буду говорить, почему коричневенький. Ну, сделаю. Капец, мой язык.
язык длинный, вообще не закрывается. Да, блин. Еще так подлизывается. Много. Покажи, что здесь делаю. Класс. Я сейчас выйду. У меня все бусинки отпали. А для детей, да? Для детей потом. Снова спешу. Спасибо большое. Давайте помогу. Валентина Ивановна, обратите внимание, где ваш Павлуша дел свои бусики. Спартак, что ты все подслушаешь? Не твое дело, сиди и плети. А мы только бусы и плетем. Да, у нас совместная наш. Работа. Да. Да нет же, он просто верхне надел их на шею и спрятал за пазуху. Ну как некрасиво за пазуху смотреть. И к вашему сведению, я тоже видела, как он не бусики одевал на шею. Это вообще нормально, Валентина Ивановна, я сам сейчас во всем этом разберусь. Кстати, я вот доплел уже браслетик, я бы назвал голубая голубизна. Но я думаю, что это оно как-то по-простому звучит, я хочу переименовать. Назову просто голубизна, просто голубизна. Ладно, пока отложу. Посмотрим, что она сделала. Все, все ясно. Сколько бусинок ничего не сделала. Некрасиво сделано на отвали. Спартак. Там ясно, там даже не очень не начинал делать. Ой, ребята, какие вы мои умнички. Какие вы золотцы. Офигеть. Валентина Ивановна, обратите внимание, сколько я им дал бусинок, столько и лежит. Никто на себя ничего не одевал. Вот именно. Ой, а как они стараются, а как они подбирают цвета, а сколько души вложено в этот браслет, я прям отсюда его чувствую. Они плетут этот браслет просто с любовью. Лерочка, свою любовь и частичку любви, а Паша свою частичку любви. Так и есть. Да, это правда. Валентина Ивановна, разве это нормально? За то, что они просто проголосовали за него, уже им жопа лежит, извиняюсь, похуй. Вы можете сами подойти и удостовериться, то, что у Леры есть там вот, как это, браслет, что ожерелье какое-то, что Паша сам мне это сделал и повесил, и сказал, что детям он сделает подарочек потом. Витя, это правда, что говорит Аня? Я не вру, да как вы вообще такое могли подумать обо мне? Врет он все, врет, я говорю правду. Секундочку. Сама пойти и удостовериться, что там есть эти бусы. Секундочку. Посмотрим. Есть здесь бусы? Так. Я что-то здесь не вижу никаких бус, Аня. Может, тебе приснилось? Валентина Ивановна, сами посмотрите. Я не вижу здесь никаких бус. Вот, смотрите. Я вообще ничего нет. Бус нету. Аня, может, хватит уже? Аня просто это делает из-за того, что она понимает. Зависть. Да, это зависть. Это просто зависть. Завидуют. Она хочет быть с Пашей, но она понимает, что Лера лучше не будет. Она портит меня. Как это? Я же видела своими глазами, что у нее были бусы. Валентина Ивановна, я не знаю, что он с ними делал, но идите все равно проверьте. Ну что, вдвоем слепые? Вот. Так, проверю. Вот, возьмите, проверьте, если так не верите. Вот это гадочка. Вон, Макс, все видите там. Нету ничего, что ты придумал? Ну как это? Посмотрите лучше, Валентина Ивановна, может, он куда-то и убрал. Вот вижу все бусинки. Все, давайте делайте работу. Обезьяны. Ребята, держите, доделывайте. Спасибо. Красавчик. Ты. А? Валентина Ивановна, так себе старость не подобаешь вести. Я тебя пальцами трону, Майя. Козел. Ай-яй-яй, а так некрасиво себя вести у любимого одноклассника, у многого уважаемого себя старосты, у любимого друга, у друга, который тебя никогда не бросит и который всегда даст поручение, да? Да. Тебе не стыдно? Что этим девочкам говорить, я вообще не знаю. Прости. Валентина Ивановна, я буду плести новенький браслетик, его я назову «Глаз огненного тигра». Это будет браслет, смешанный с бусинками бронзы, в сплаве с золотом. Это очень, это очень дорогие бусинки. Цвет говна. Хорошо, я смешаю еще с любимым своим синевом и добавлю туда щепоточку. Соли? Да какой соли? Ну зачем ты меня перебиваешь? Дети будут рады. Дети будут там-то делать рады. Не то, что вы фигню делаете. Надо делать с душой. Витя, а не как вы на отвали делаете. Мы не отвали. Я возьму. Не отвали. Не перебивай меня, пожалуйста.
Я возьму все радужные цвета, я их смешаю, синеву добавлю и бронзово в сплаве с золотом еще добавлю. Знаете, что это вообще характеризует? Боже, это характеризует силу человека. Нам не девочки, ну серьезно, ну хватит. Вы мне просто завидуете, особенно Аня. Чему тебя завидовать, ты? Я вижу по твоему поведению. Смотри, вот, делай свой. Да не трогай меня вообще. Вот Витя все правильно делает и правильно говорит. Витя, мы займемся потом воспитанием девочек. Они действительно плохо себя ведут. Давайте уже заканчивайте свои работы, потому что мы с таким успехом не сделаем ничего. Ого, что это за... Валентина Ивановна, я вам правду говорил. Я вижу, что правда. Дима, ты ли это? Староста наш. Бывший. Димочка, ну я же не имела в виду, чтобы ты так закончил жизнь плохо. Просто, ну подумаешь, забрали у тебя Анатолия. Ну разве надо так себя вести теперь? А кто сказал вам, что... У меня жизнь закончилась. Кстати, Пашок, на трубах жить. О! О, Анька, тебе, кстати, Васек и Колян привет передавали. Кенты теперь мои уже тоже. И им тоже передавай привет. Не, Валентина Ивановна, это уже капец какой-то. Я считаю, что этого человека нужно отправить в исправительную колонию. Вить, ты чего? Что чего? Это плохой человек. Ты не видишь, как он изменился? Вить, ну... Нет, ну это же Дима, ну не надо. Дима? Дима был моим другом. А это? Я не знаю, кто это. Поправьте. Подожди, я прожую. Фу. Вот так ты своего друга забыл, да? Вместе с вами, Валентина Ивановна. Ты мне больше не друг, ты кидок, понял? А ты, малая, молодец. Валентина Ивановна, это просто переходит уже все границы. Не побоюсь сказать это слово, что мы будем делать с этим чмом. Витя, ну человек, мешающий обществу, ты хотел сказать. Я сказал чмо, а не человек, мешающий обществу. Давайте, наверное, отправим его в исправительную колонию. Я согласен, звоните в полицию. Ну, Валентина Ивановна, ну что вы тут, какая сразу тюрьма? Ну посмотрите, на него он же хороший, я возьму. Я его беру сюда, все будет хорошо, но это сейчас только так. Я его возьму на поруки, я его выловлю. Ну, Дима, пожалуйста, ну не делай так. Я его рада, конечно, все будет хорошо. Сейчас. Валентина Ивановна, извините, газы. Валентина Ивановна, чувствую, он не поддается перевоспитанию. Ни я, ни вы с ним можем это сделать. Жалко, все-таки такой хороший был человек, одноклассник. Был. Я его любил как человека. Я тоже его любила. Так жалко, но придется отдавать. Нет, друг ты ему. Дим, а он? О, Дим! Ты что, рыбки? Нет, хвостики из-под рыбки. Малая, пошли со мной на трубу вместе кинтоваться. Да нет, Дим. Ну понюхай. Видишь, как пахнет вкусно? Сухари. Они вкусные. Дим, это просто конечно. Разрешите мне разобраться? Да, разбирайся. Стоять! Что на? Дим! Ты кто? Вот видишь, я тебе говорил, как я хочу этого Анатолия. На какие жертвы пошел, чтобы забрать его. Ну вот, Валентина Ивановна. Может быть, лучше в класс пойдем, там все-таки тепленько. Да не бойся, все будет хорошо. Мы не будем пред них подгинаться. Я тебе говорю, Валюха, это задолбала меня. Все, Анатолия виноват. Забрала. Вот и мы Витя... заболеем, она будет виновата. И заболеем, им назло. А Витя, видишь, друг мой, Витя, как он поступил со мной плохо. Так холодно. Фига, коленки прикрой. Так кушать хочется. Ой, у меня как раз вот вывалились мои семена. О, семечки покушать. Да если брил быстро в магазине, пока там очередь была. Спасибо. Мясо! Иди сюда, я тебя скушаю! Иди сюда!
может уже хватит, голова болит из-за тебя. Да, Спартак, реально, голова уже разбаливается. Интересно, где это Валентина Ивановна с Витей? Да где? Игрушки покупают. Да вот ваши игрушки. А Валентину Ивановну я в кафе видел с Витей. В смысле в кафе? Офигеть, а меня вообще никогда не звала в кафе. Говорила, что там все невкусное и несъедобное. Лучше домашнее есть. Да брала она все, Паш. Да это понятно. Она просто на те деньги экономила. Вот да. И все. Капец. Знаешь что, Паша? Там и оливье, и холодец. Короче, я в окно заглянул, а Витя мне кулак показал. Я и убежал. Значит, они там оливье лопают? Когда она мне говорила, что надо заниматься вегетарианством, траву есть, там сухари. Такой бред, блин, господи. Пашенька, ну, видно то, что тебя никто не кормит, на одних сухарях сидишь. Да, блин. Вот такой вот. Врала, блин. Это тетя мне. Понятное дело. Знаешь что, Лера, не влезай ни в свое дело. Может, Валентина Ивановна хотела просто, чтобы Паша был моделью или танцами занимался. Поэтому... Не надо наговаривать на Валентину Ивановну. Ой, кто бы говорил, кто из-за нее бомжевал на улице. Аня, это правда. Это во всем тетя виновата. Молодец, Пашенька. Поправляй вот там девочку. Блин, убежала. И что нам теперь делать? Я теперь так кушать хочу. Ничего, я тут котов видел, так что может быть... Что мы с ними будем делать? Поиграемся. Да-да, разве что, блин, на себя навешать, а то холодно как-то. Ну все, малая, успокойся. Ух ты, господи. Вот тебе прикинь, как Валюхе это и обидно за то, что мы такие стали. О, позор класса, позор школы. Что вы вообще здесь делаете? А что не видно? Вас ждем. Хавка есть? И, кстати, что ты без Анатолия? Вообще-то, Анатолий меня в классе ждет. А вы давайте, не порти рейтинг нашего класса. И свалили отсюда, пожалуйста, по-хорошему. Вообще-то у нас свобода в стране. Где хотим, там и сидим. Я вообще-то у тебя спросила, кушать есть? Фу, такая у него еда, ты его видела? Слоченый, весь намазанный к Валюхе идет. Фу. Ладно, бедолай, еды у меня нету. Ну ладно, возьмешь себе, купишь шаурмы, там и свою девочку хочешь, на тебе жить. Капец. Но если я вернусь, и вы будете здесь сидеть, то получите оба, ясно вам? Понял, пошел сюда. Смотри, Кисуля, смотри, сколько денег. 50. 50. Так, а ну. Гривна. Гривна. 2. 3. Еще 2 рубля целых. 6 рублей, обалдеть. И что мы на эти деньги купим? Шаурму. Какую шаурму? На 6. Ты что, давай лучше купим батончик какой-то сладенький. Кстати, я видел протухшие батончики эти в нашем магазине рядом со школой. Их за полцены можно купить, даже 2 штуки. Да-да, или ладно. Или 3, ладно. Все, теперь ждем. Еще, может, кто-то нам денежек насыпет. Паша, иди, пожалуйста, мне помоги, я не достаю. Вот с этой где стороны, это? С левой, ой, с правой, точнее. Пашенька, помоги сначала вот тут вот девочку расправить. Ну, хорошо, Леночка. Паш, иди сюда, я просто не дотягиваюсь. А теперь пошли сюда. Да ты что у меня... Вот, Аня, вот, отойди. Я здесь. Отходи, Аня. Лера. Пашенька, поправь что-то. Боже, сколько можно расправлять эту елку? Берите уже игрушки и наряжайте елку. Валентина Ивановна сейчас придет и будет ругаться. Правильно, Спартак, ты говоришь. Идите и наряжайте елку. Спартак сказал, это дело все. Валентина Ивановна тоже, поэтому ты сейчас идешь с нами. Да, я не все, буду наряжать с вами елку. Давайте не будем ссориться. Да, отношения. Да успокойтесь вы. Давайте не будем ссориться. Давайте просто нарядим елку и все. Идите. Дим, ну давай уже пойдем в этот буфет, купим эти батончики просроченные, я уже очень сильно замерзла. Видишь, никто не идет. Ну сейчас, подожди, еще чуть-чуть подождем, может кто-то еще пройдет. Ну мне холодно, ну давай хотя бы уже чая купим. Да подожди, сейчас кто-то пройдет, вот я тебя согреваю ножки. Кисуль, успокойся, все будет хорошо. Я не понял, я вам что сказал, почему вы еще здесь? Блин, Дим, я говорил, надо идти уже отсюда, сейчас нас отсюда точно выгонят. Подожди, Кисуль, что ты тут командуешь, ты? Анатолий, привет. И это, если еще нам денежек добавишь, то тогда мы уйдем. 100%. Давай бабки сюда. Ну вы приколисты, конечно. Денег вам дать? Сколько это? Ну, время 500. Да, бери, давай, бери. Да ладно, забирай. Только свалили. Прости. Анатолий, мы сегодня с тобой спасли школу. Да подожди ты, давай вот это лучше. Зачем это? Мы с верхушки начнем. Закончи с верхушки, значит. Гирлянды нужно сначала вешать. Кстати, точно. А где гирлянды? Что бы вы без меня делали? Вот. О, молодец!
Я знаю, спасибо. Я тоже молодец, я их впервые ее увидела. Ну ладно, ты молодец. А ты тогда протупила и не сказала, что они там лежат, поэтому я что-то спрашиваю. Держи. На. Так. Вот, вот. Переходи, да. Быстрее. Стой, 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 стой. За что? А ну, Паша, а ну, отойди. Аж вот так елки, потянем все. Все, распутывайте. Работаете? Молодцы! Витя, смотри, это я эти гирлянды нашла! Первая додумалась вообще их повесить! Боже, опять начинает. Эти гирлянды видели все. Так почему ты не взяла? Да, девочки, не ссорьтесь! Витя, привет! Давай, 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 давай! Быстрее! О, как тут тёплый! Шашлыки! Пашок, привет! Зачем вы ссоритесь? Скоро праздник. Давайте сделаем подарки учителям и родителям. Знаешь что, Витя, я вообще-то уже приготовился. Так, малой. Ладно, шучу, шучу. Не тронуй твои пальчики. Готовься получше. Поешь фигню всякую. Блин, ну гирлянды очень красивые. И елка очень красивая. Но, ребят, почему еще гирлянда не на елке? Сейчас будем вешать, Витя. Кстати, смотри, у меня гирлянда самая красивая, отличается от всех. Вот именно что отличается. Значит, вешать мы ее. Ну сколько можно, вы уже достали, хватит ссориться. Давайте я начну уже вешать. Я первая буду вешать, Витя. Ань, я на верхушку повешу, а потом уже буду вешать. Как хочешь, Паша, но я буду начинать снизу. Просто снизу правильно начинать. Зачем вы ссоритесь? Смотри, без меня вы вообще ничего не можете. Я с вам помогаю. Да уж, беспомощные. Так, правее. Нет, Паша, на себя еще больше. Фу, паутина. Это что, тут пауки? Да нет никаких пауков, тут все подохло давно. Блин, холодно. Я так хочу кушать, мне так холодно. Ну на паутинки, чуть-чуть. Фу, нет, Дима! Я бы покушал. О, шарф, на, возьми, одень. Так это ж сетка. Ну ничего, хотя бы что-то греет. Давай, одевай. Так, ребят, стараемся. Это что за фигня получается? Что здесь коробки делают? Паша, ну быстро убери. Да нормально. Давай, убирай. Я все равно убрал. Убирай, Витя, убирай. Витя, Витя, а ты можешь мне тут помочь? Я не могу. Что сделать? Помочь. Ох, новую жертву нашла. Ну, жертву, конечно, у меня не получается. Сейчас, да, секунду. Да. Пашок, еще можешь здесь тут потяни. Ага. Подожди, я. Ты же сама не справишься. Давай, ну, давай. Ну смотри, ну я не могу. Вот тут. Все, дальше сама. Спасибо. А что она не работает? А, нужно ее подключить, потому что подключай. Она работает немножечко. Капец, как сонные мухи работаете. Ребят, ну давайте быстрее, ну серьезно. Как сонная, а как просто качество. Знаешь, качество. Да ну качество, я не вижу вашего качества. Все надо самому всегда делать. Вот здесь еще надо потянуть. Сейчас сам вышел, все нормально. Вера, не выпендривайся, давай делай. Я староста, я решаю, что вам нужно делать. Я вообще командовать сюда пришел, а не вот это. Все, вернись, Витя, пожалуйста. Фигней заниматься. Дим. Ну, пожалуйста, ну давай вернемся к ним. У них там елка, подарки, а нам тут холодно, у них тепло. Киса, кис, мы справимся, все будет хорошо, я тебе говорю. Муа, мы сильные, давай, мы прорвемся. Прорвемся. Новый год, Новый год скоро придет, Дед Мороз! Спартак, ты вообще нормальный? Что ты делаешь? Я тебе что сказал? Нормальную песню учи, взял и учи. Вы неадекватный. Вот это не годится. А что не годится? Ну палки видно. Дождик надо принести. Я сам тебе дождик! Давай быстрее. Все, намат. Ну, прикольно. Да на какую елку? На ножки, чтобы не было видно. Что вы делаете? Какие ножки, Витя? Да, вниз. Нет, Витя, вниз наматывайте. Давай. Это трындец. Же красиво будет. Нет, давайте делаем вниз, а... Вниз все наматываем. Нет, я уже поняла. И так елка красивая. Красиво так, Витя? Ну так другое дело. Староста, ты можешь уже игрушки забрать? У меня из-за ваших игрушек пианино плохо играет. Так, девчонки, ну быстро мотнулись. Я сама все принесу. Так. Ты донесешь?
вообще? Да. Аня, давай быстрее. Сейчас, Витя, я несу. Привет. А вы что стали? Давай, потому что помогаем брать, мы нервы. Так, хорошо. Где, скажешь, я же тебе нужны? Сейчас скажу. Открывай игрушки. Так, аккуратненько надо. А, вот, все. Ребят, смотрите, я вам покажу, как вешать. Витя, что, ты можешь открыть его заключение? Блин, ребята, здесь нету этих, за что вешать, представляете? А там есть, вот стрелить, тут вот, есть. Вот, а здесь есть? Есть, да, да. Вот. А ну, значит, тут эти откроем. А с этим ну, потом Спартака пошлем вон. Тут же есть, да, еще. Так, ну открывайте, ну что я должен все делать? Это мы нормальные вообще. Ты нам помогай хотя бы, ты староста. Тихо, ну зачем варивать? Чей, мячик можно? Паша. Все, так, все, давайте быстрее. Открыла, видишь, не сама. Молодец. Смотри, здесь есть, да? Есть, а я. Здесь нет, но нету? У меня есть. Спартак, а ну сходи за иголкой. Девочка, ну пожалуйста. Ну давай мы туда пойдем. Тут даже батареи нет, тут очень холодно. Нет, мы все равно будем стоять, все равно. Ну там же тепленько, мы там согреемся. Мы тихонько зайдем. А там так тепленько, нам не будет холодно. Пожалуйста. Пошли. Пойдем. Тихо, моя добыча. Ого, какая красивая елка! Ля-ля-ля! Дед Мороз на подарки принесет! Новый год! Спартак, закройся, задолбал уже. Витя, помоги, пожалуйста, я не могу. Я вообще-то команда. Я понимаю, Паша, я возьми сестру подержу. Нет, я Витю прошу. Паша, да, Паша, ну я Витю просила. Я командую, Аня. Слышала? На, ложи шарик, на, вешай. Так, Паша, аккуратней. Я аккуратней. А с другой стороны зайди, с другой. Витя, ну видишь, ну чтобы ты это сделал. Ну, очень нормальная, блин. Видишь, господи, какая она? Я что, а я блядь? Лера, шарик нажми, что ты стоишь? Витя, я уже справляюсь. Да хорошо вы все справляетесь, просто речи надо все делать. Так, Паша, вот, я как мухи сон. Что такое? У тебя батарея больше. Да, больше. Блин, посмотри, какая у них елочка красивая. Это обычная елка. Нет, она красивая. Прикинь, им подарки будут дарить. Ну и что? Ты знаешь, для чего мы тут сидим? Потому что у нас нет Донатоли. Ну, то есть у меня. Тепло. Иди сюда. Значит так, Паш, не надо вешать, не надо. Она вообще здесь не писается, мне не нравится. Будем без звезды. Да нет, Паш, все, реально, положи звезду. Девочки, распаковываем вот эти, наверное, поменьше. Маленькие, да. И вот так вот внизу обкладываем тоже. Внизу елки. И там где? Вот, держи. Вот, снимай. Держи пачку. Так, девчонки, давайте речь. Иди. Ну что, все гармонично смотрелось? Правильно делает. Я же сказал, ниже. Ниже? А куда еще? Покажи. Сюда. Вот. Блин, Дим, давай под елку подберемся. Держи. Да что под неделю? Ну, там теплый пол, очень теплый пол. Да не, мне так не кажется. Мы когда в купальниках с девочками выступали, там такой пол был, так тепленько было. Ну давай под елочку подберемся. Ну да ладно. Давай, только тихо, давай. Да, да, тихо. Сначала вот под тот стол. По батареям тихонько. Покажи сам. Ты тоже показал. Покажи еще раз, я там укладываю. Ты там ползешь? Да, 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 ползу, ползу. А куда я? Чтобы гармонично вот там. Ой. Скажу так, елка очень красивая, но вы знаете, на Новый год не хватает чего? Правильно, мандарин. О, Спартак, а ты прав. Так, пошел, да ну быстро за мандарином. Так, вешаем. Вот это всем понравится, представьте, как Ванюхе понравится вообще. Они такие красивые. Давай, я покажу, как разглаживать, я с вами. Вот так вот, по всей территории. Вить, правильно мы положили? Вить. Вот так шарик? Да, красиво? Правильно. Ну, постарались. В общем, да, в общем красиво. Но только по всей территории разлажу. Вот ты в одну кучу положил, Паш. Ты имеешь в виду запад? Да, мы здесь работаем, а не мандарины хаваем.
Так. Витя, Витя, а куда же больше положить? Ну, вот тут можно слева, там вот. Вот тут, вот тут? Да, вот там слева. Кстати, я думаю, мандарины очень вкусные. А вы как думаете? Я тоже так думаю. Так не вылезут шоколадные. Катерина, как мы к сцене проберемся? Так, смотри, мы сначала под стол, потом они точно тут, они же уже елку нарядили. И на теплый пол. Туда спрячемся под елочек. Так. И будем кушать мандарины. Витя, посмотри. Все, давай, давай, пошли. Молодцы. Так, все, ребят, все молодцы. Пятюня. Молодцы. Пошел, выйди, пожалуйста. Давай, спасибо большое. А что нам еще так, делать? Берите теперь игрушки, прячьтесь за кулису, закрывайте дверь. Угу. Слышали? Да, а я пойду позову Валентину Ивановну. Хорошо, Витя. Так, только дверь закройте. И скажу коронную фразу. Сюрприз. И вы выскакиваете такие, вау! Хорошо, Витя, ты больше молодец. Спартак, ты че сидишь? Жанна, давай бегом. Бегом. Еще этого дома не хватало. Все, Анатолий, красавчик. Так, никуда не уходи, понял? За курточку. Ну, как по мне, так супер получилось, наверное. Все, фух. Давай, пойдем, давай. Пойдем, пойдем. Как тянешь там? Боже. Мой Анатолий. Боже, как тепло. Дарин, только тихо, они могут услышать. А сейчас я буду кушать. Как же тепло, фу, я будто на Бали сейчас. Да, песочка не хватает. Почисти мне мандаринку. А Маша еще кушаю. Но я не могу. И сумля сама. Анатолий, ну как хочешь. Милана, проходи. Ну-ка, глаза закройте, пожалуйста, закройте глаза. А как я идти буду? Закройте глаза, я вас проведу. Так, идем. Ёлка уже наряжена? Конечно, наряжена. Идём. Красивую елочку в этом году поставили? Ой, я не знаю, вот вы сейчас оцените. Я боюсь, что там что-то не так. Там все хорошо? Конечно, все хорошо. Обижайте, Валентина Ивановна. Витя, ты такой молодец, такой староста хороший. Честно? Да, очень хороший. Раз, два, три. Сюрприз! Сюрприз! Это что такое? Да это не то, что вы подумали, это... Валентина Ивановна, мы сейчас... Они уйдут, что крылья ты! Валентина Ивановна, все хорошо. Я сам с этим всем разберусь. Витя! Я сам разберусь, Валентина Ивановна. Стойте здесь, пожалуйста, Валентина Ивановна. Только не бей их сильно, пожалуйста. А ну разошлись нахер. Поставлю место. Нет, это понял. На место поставлю. Понял. Нафиг, сырный. Не надо, все. Верни. Не надо, все. Я что сказал? Пошли нафиг отсюда. Валентина Ивановна, как вам елка? Пошли. Я сказал розыгрыш. Валентина Ивановна, все хорошо. Как вам елочка? Ёлочка очень красивая, но вы просто молодцы. Единственное, Витя, давайте вернем, пожалуйста, Диму и Дарину назад. Они же все-таки наши одноклассники, и родители их будут. Валентина Ивановна, вы правда считаете, что нужно вернуть Диму и Дарину? Да, давайте вернем, мы же все-таки одноклассники. Витя, пожалуйста. Надо вернуть, давай, пожалуйста. Вить. Хорошо. Валентина Ивановна, вот так сойдет? Вот теперь... Отлично! И кто такой молодежь, что так красиво елку нарядил? Валентина Ивановна, это мы. А я командовал. Да, Витя помогал. Хорошо. Елка шикарная. Спасибо. Вы умничка. Классная елка. Отлично. Давай, Анатолия, вернем Диму. Вы считаете, так будет лучше? Ну, ты понимаешь, что родители будут на собрании, на концерте будут родители. Что это такое? К чему я ухучила 9 лет? Ну, я хорошо подумала. Ты хорошо подумала? Ненадолго. Дима, я даю Анатолия тебе! Правда! Моего Анатолия!
Вадима! 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 Анатолий, я же тебе уже домик построил! Анатолий! Анатолий! Я бы не отдавал. Молчи. Дети, наконец-то класс наш вместе, все вы вместе. Наконец-то. Ура! Костюмы готовы. Ух ты! Да. Аж интересно. Подписаны. Дед Мороз, я же Дед Мороз. Дед Мороз, костюмы подписаны, вперед! Давай, 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 быстрей. Слава богу, я представляю, что бы было. Я новогодний тигруля. Ух ты. Ты что у нас, 2022? Да. Ну, красавчик, красавчик. И хвостик у тебя есть. Только сейчас не до тебя, ты потом. Иди садись. Хорошо. Дедушка Мороз. Дедушка Мороз. Я Дед Мороз. Я подарочки вам всем принес. Вот неплохо, только где борода? Да, Валентина Ивановна, ну бороду дома забыл. И что мы без бороды будем делать? Буду молодым Дед Морозом. Хорошо. Так, девочки, вы там готовы? Давайте по очереди пробоваться Снегурочкой. Начинай, Витя. Снегурочка! Снегурочка! Привет, любовь моя. Я Снегурочка, не дурочка. Я танцую, просто класс. А подарки раздаю так, что каждый будет рад. Умничка. Следующее мне не понравилось. Снегурочка! Снегурочка! Я Дед Мороз, я вам всем подарочки принес! Я Снегурочка, красотулечка, пришла к Деду Морозу моим любимым деткам подарки раздавать! Еще лучше, нет. Снегурочка! Снегурочка! Что так долго? Я Дед Мороз, и я всем вам подарочки принес! А я, Снегурочка, не простая, а с ручками золотая. Пришла всех радовать вас и подарки вам раздать. Нет, не понравилось. Валентина Ивановна, что делать? Витя, ну, понимаешь, вот ты Дед Мороз, да? Да. Но девочки же неплохие, красиво выглядят. Ну, они-то красивые, но они не подходят. Ну, почему не подходят? Я считаю, что ты дал мало времени. Давай попробуем еще раз. Вы так считаете? Да. Ну, ради вас хорошо. Хорошо. Лерочка, давай еще раз. Лера, давай. Ну что, Снегурочка, красотулечка, я Дед Мороз, я вам всем подарочки принес, чтобы вы были всегда такие же красивые. Я Снегурочка, не дурочка, я танцую, просто класс, а подарки я даю так, что каждый будет рад. И ты даже слова не выучила? Выучила, я просто забыла. Ладно, Снегурочка моя любимая, а ну-ка, спой Дедушке Морозу песню, а хотя нет, лучше загадай мне загадочку. Так, детки, зимой и летом одним цветом. Все знают, это деньги. Дедушка Мороз, я не у вас спрашивала, я у деток спрашивала. А, ну хорошо, но такие легкие загадки. Ну... Так, Лер, давай, ладно. Валентина Ивановна, ну она мне реально не понравилась. Верочка, не переживай, это начало. Витя, да. Давай как-то попроще. Во-первых, это была елка, а не деньги. Елка? Ну, зимой и летом одним цветом это ель. Или сосна. Она ж белая, а потом зеленая. Это точно не деньги. Так, следующую, пожалуйста. Ну не кричи на них. Хорошо? А постарайся помочь. Хорошо. Останешься одними, будешь сам праздновать с детьми. Не, я так не хочу. Давай, вызывай следующую. Хорошо. Ну я могу, но не хочу. Следующая Снегурочка. Я Снегурочка, красотулечка, пришла к Деду Морозу своим любимым деткам подарки раздавать. Привет, моя любимая Снегурочка. Муа. Но если детки себя плохо вели, я скажу Деду Морозу, чтобы он вместо подарка вам под елку положил ремень. Все правильно, Снегурочка. Я Дедушка Мороз, и я вам всем подарочки принес. Кто себя хорошо слушался в этом году? А я еще фокусы умею показывать. А вот покажи-ка мне фокус, Снегурочка. Смотрите. Рука, я могу сделать вот так вот, отрываю палец, и пальца нет! И где теперь палец? Я знаю, где он. А он под елочкой. Опа! Ну это ж детский фокус. Ну, деткам же понравился. Так это... Я бы с рождения понял, что у тебя палец есть. Нет, он под елкой, я его нашла. Хоть что-то интересное придумала, я не знаю. Оп, корона! Нет короны.
Дариночка, ты очень красивая, все, ну, прости меня, пожалуйста. Не подходишь. Валентина Ивановна, ну... Витя, ну что, Валентина Ивановна? Ну я ж тебя попросила, ну неплохо же было. Ну Дарина ж хорошая Снегурочка. Ну как это неплохо? Ну реально фигню показала. Посмотри, показала. Хорошо разговаривала, показала фокус. Я хорошо разговариваю, Дима? Да, ты хорошо. Вот мне нужно такую же, чтобы хорошо разговаривала и могла показать нормальные вещи детям. Хорошо, давай еще Анчу посмотрим. Хорошо. Вряд ли, конечно, ну ладно. Снегурочка Анна, прошу вас. Я Дедушка Мороз, я вам всем подарочки принес. Посмотрим, что на это скажет моя любимая Снегурочка. Дедушка Мороз, а я петь умею. Петь умеешь? Да. А ну-ка спой, Дедушке Мороз. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. В лесу родилась елочка, в лесу она была. Зимой и летом стройная, на праздник нам пришла. Очень круто, мне очень сильно понравилось, да, я тебя обниму. Очень, очень супер, но этого мало, должна станцевать. Станцевать? А что? Лизинку. А давай с тобой танцую. Вальс? Да. Прошу, Снегурочка. Давай. И раз. Ой, не умеет танцевать. Ой, аккуратно, я боюсь, вы упадете. Аккуратно. Я думаю, не стоит детям смотреть на эти танцы. Пела она хорошо. Витя, может она? Но она танцевать не умеет. Ну, Дедушка Мороз, я научусь. Не знаю. Давай Аню. Нет. Нет? Я сказал нет. На место. Извини, выбирай Дедушка Мороз. Что я могу сказать тебе, Витя? У нас еще есть, конечно, две Снегурочки, но я не уверена, что они тебе понравятся. Смотреть будем? Будем. Хорошо. Снегурочка, выходи. Ну что, Снегурочка? Нравится? Ну становись, становись, Снегурочка. Ну, Паша! Валентина Ивановна... Прекрасная, смотри, Снегурочка. Какая прекрасная Снегурочка? Это Паша! Ничего страшного, тебе же не понравились девочки? Я думала, Паша в обличье Снегурочки. Вообще, к чему этот наряд? Что ты мне нарядила опять какой-то фигней? Ну что, это ненормально, ну посмотри на это! Витя, вот это что такое? Витя, тебе нравится Снегурочка? Знаете, на кого? Не хочу знать. Тебе нравится Снегурочка? Ему не нравится Снегурочка. И мне не нравится Снегурочка. Иди, ладно, иди. Последний у тебя уже вариант. Последний. Я не хочу, я все равно никого не выберу. В смысле? Ты будешь сам вести? Так ну, нельзя. Ну, дети, я лучше люди... сам проведу. Ну смотрите, нет. Это не до Снегурочки. Нет, нет, нельзя так себя. Ты будешь Дед Мороз и Снегурочка. Хорошо, ладно, последний. Снегурочка, выходи. Снегурочка. Вот, ну как? Не, ну это уже получше. Нравится? Очень. Репетируем, начинаем, пробуем. Я Дедушка Мороз, я вам всем подарочки принес. Кто хорошо себя вел в этом году? Я сейчас стою со своей Снегурочкой. А ну-ка, Снегурочка, расскажи что-то деткам. Расскажи какой-нибудь стишок. Симка, лодочка. Ёлочка росла. И выросла. Хорошо, а мне понравилось. А ну-ка, спой песенку Дедушке Морозу. Секундочку. I love you, baby, baby. Ты мой супергерой. Между нами любовь, любовь, любовь. У меня аж настроение поднялось. Нет, это великолепно. А ну, станцуй что-нибудь Дедушке Морозу. Ты идеально. Ты просто идеально. Я выбрал себе Снегурочку, Валентина Ивановна. Снегурочка, посмотри-ка на меня. А ну-ка, детки, а ну, давайте. Снегурочка, покажи лицо, покажи лицо, покажи лицо. Что ты орешь? Детечка, мой Дед Мороз. Витя, дела, меня Витя выбрал. Аплодисменты, аплодисменты. Дима, ты дебил! Ну чего? Ну ты ж выбрал меня Снегурочку! Ну, другого костюма не было, мои сисечки. И получилось так, как получилось! Все, теперь мы с тобой Дед Мороз и Снегурочка! Валентина Ивановна, это что вообще такое? Ну вот, то, что хотел, то и получил. Ты же выбирал. Смотри. Да. Витя, ну как ты мог... Как ты мог вообще выбирать? Столько было красивых девочек, прекрасных костюм. Нет, ты выбрал Диму. По каким параметрам, я вообще не понимаю. Ну, она, то есть он был очень высокий. Вот это все, да? И очень красивым. Значит что, ты с ним ведешь? Нет. Да.
Дима. Да. Девочки, выходите. Давайте еще раз, потому что я просто хотела увидеть видео. Просто... Да, еще раз посмотрим. Значит так. Спартак, что такое? Давайте, Грёша, тоже сюда. Паша, не надо стесняться, пробуемся. Так. Так, смотрите. Сейчас вводим хоровод. Витя присматривается и решает, наконец-то, кто будет Снегурочкой. Договорились? Да. Все, песенка «В лесу родилась елочка». Начинаем. Ребята. Давайте, хороводик. Да ну, успокойся. Стоп, стоп. Заново, заново, встали, заново, заново встали. Ребятки, я Дедушка Мороз, я вам всем подарочки принес. Кто себя хорошо вел в этом году? А это мои неуклюжие, любимые снегурочки. И они будут меня выбирать. Ну что, станцуем хоровод? Да! Я не слышу! Да! Я не слышу! Да! Построили! Снегурочка, давай! Маша, пошли, давай! Я Дедушкой Морозом! Поем! В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стойная, зеленая была. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стойная, зеленая была. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Стоп! Так, девчонки, ну успокойтесь! Ну, пожалуйста! Так, все! А ну, гомонили, сейчас всех повыгоняю! До ворота моего! Сейчас всех повыгоняю, пожалуйста! Да, дедушка, слушаем, слушаем! Блин! Лера, на выход! Я сказал, на выход, пожалуйста! На выход! Ушла! Я выбираю! Паша тоже! Витя, Лера, вернись! Лера, с радостью! Что они себе позволяют? Смотрите, ну вот девочки же красивые! Прекрасно выглядит. Хорошо пели, Дима, ты не девочка. Может, ты все-таки определишься и выберешь себе одну? Я его Снегурочка! Я ловим! Я Снегурочка! Нет, я вас Снегурочка! Девочки, пусть эта стыдоба проводит. Пусть проводит. Все. Ну вот и проводи. Ура! 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 Пошли! Пошли! Помидоры закидай! Витя, давай, начинай. Дорогие ребята, от лица канала Даниэль Бой хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Хочу вам пожелать, чтобы в каждом доме была прекрасная елка, как у нас. Чтобы у вас всегда была в семье доброта, любовь, чтобы вы ценили друг друга. Хочу вам пожелать, чтобы Деда Мороз исполнил самое заветное ваше желание. От себя хочу вам сказать, что мы будем продолжать для вас снимать дальше самые интересные видео. Люблю вас, целую. С вами ваша Валентина Иванова. Ребята, я хочу вас поздравить с новым наступающим 2022 годом. Я хочу вам пожелать, чтобы все беды вас обходили стороной. И чтобы все заветные мечты сбылись. Я вас очень сильно люблю. Му-му-му-му-му. Ух, как я сейчас переживаю. Ребят, я вас уже поздравляю 4-й раз. И каждый раз, как в первый раз. Ребятки, всех с наступающим Новым годом, 2022 годом. Год тигра как-никак. Проведите этот год и не ленитесь, с весельем. И не принимайте все близко к сердцу. Всех люблю. Муа! Ребята, с Новым годом волшебства, смеха, счастья и тепла, мира, радости, достатка и вообще вам благополучия. Я уже избился, потому что снимаю уже, ну, раз третий, блин, нервничаю, потому что поздравляю вас. В общем, что я вам хотел сказать. Лучше, теть, не обижайте, потому что будете, как я, в этом видео ходить, ну, сами понимаете. И вообще вам желаю всего самого лучшего, чтобы вы хорошо отметили. Дорогие мои ребята, желаем вам в этом новом году, чтобы вы были счастливы и здоровы, и чтобы все ваши мечты были материальны. Я вас всех очень сильно люблю и вам очень сильно благодарна за то, что вы нас смотрите. С Новым годом, мои солнышки! Новый год, ребята, этот в радости пускай придет. И под елкой в день заветный каждый что хотел найдет. Пусть улыбок будет море, счастье пусть рекой течет. Пусть никто не позабудет этот чудный Новый год. Люблю вас, ребята! Пусть
каждый день в году тигрином, веселым будет и счастливым. Успехи ждут, растут доходы. Во всем удачи, с Новым годом! И желаю вам столько сладостей, сколько вы захотите. Ну что, ребятки, с наступающим Новым годом! Пускай этот год принесет в ваш дом тепло и ласку. Оставайтесь всегда любимыми, такими же хорошими и классными. Я вам хочу пожелать побольше уверенности, чтобы у вас всегда мечты сбывались. В 22-м году, пожалуйста, поставьте рекорд по исполнению своих желаний. Я вас очень сильно люблю. Муа! Капец, мне кажется, я хуже всех сказал. Слушай, ты вообще отлично, для первого раза, ты же первый раз у нас Новый год празднуешь. Да. Супер было, ты молодчинка, я считаю, круто получилось, да? Я хорошо что сказал. Я скажу честно, ну, ты переборщил, чуть-чуть, мне кажется. Ну так что, костюм супер? Ты нормально, Валя сказала, у меня костюм шикарный. Ребята, мне очень понравилось. Вообще, да, все молодцы. Валентина Ивановна, а подарочек можно? Конечно, можно. Дед Мороз. И мне, Да. А вам больше всех понравилось, да? Ну да, мы очень крутые все. Я уже думаю, его классный. А что, мне дать мне? Нет, подарочек, наконец-то. Нет. Так, идемте праздновать. А теперь? Кушайте. Валентин Иванович. Ой, спасибо большое. Ну что, я заказала для нас ресторан праздновать. Ура! Так, вот это надо будет стереть. Пойдет. О, Витя, привет! Как дела? Привет. Все хорошо, я вижу. Вот ты дождик нацепил. У меня тоже в Анатолии, я дождик. Блин, я тебе расскажу, как мы с моим любимым Анатолием провели время. Слушай, мы, короче, ух ты, осторожно. Дальше. Вот так вот. Мы с ним и в бане купались, и на дачу ездили, и оливье кушали, и крабовый салат. Потом мы с ним поехали, у нас с ним был романтический вечер, мы с ним поехали в ресторан. В ресторане мы покушали картошку фри, что там, бургеры кушали. А у тебя вообще как дела? Дима, дела у меня вообще-то хорошо. А вот мне больше интересно, куда ты ему свое оливье засовывал, и крабовый салат, и свои бургеры? Куда-куда? В рот. Вот видишь? Он мне и кушает, и разговаривает. Витя, привет. Вот видишь, а ты что такой хмурной? Дима, я никакой не хмурной. Я вообще-то, если ты забыл, староста класса. А ты с Анатолия сними вот эту бантик, или что ты ему прическу там сделал. Он не девочка. Какой бантик? Это вообще-то украшение новогоднее. И, кстати, староста ты ненадолго, потому что Анатолий у меня и Валентина Васка, то, что я буду старостой. Так что не командуй, понял? Ну, ты смешной, Дима, конечно. И очень сильно наивный. Это было все специально. Валюха сказала, для того, чтобы ты просто был на празднике. Ой-ой-ой, да, специально. Анатолий Новый год с кем праздновал? Со мной. Анатолий с кем в бане купался? Со мной. Так что ты давай со стола слезь, потому что я стол Валентина Ивановна. Потому что ты такой жирный команду, что его сломаешь. Понял? Ха-ха, насмешил Дима. Димочка, ее стол, мой стол, мой стол, это мой стол. Запомни эту фразу. Сейчас Валюха придет, твоего гномика заберем, и этот гномик будет снова со мной. Ага, Витя, ты это специально говоришь, чтобы я на тебя разозлился. Я тебя слушать не буду, понял? Ля-ля-ля-ля-ля, Анатолий тоже. Ой, у вас там упало. Ну не слушай, Димочка, сейчас сам все увидишь. Так, ну Ань, ну мы договорились. Все, что было уже в прошлом, ты к моему едешь. И ты к моему. Отлично. Все, лучше подружки. Всем привет. Всем привет, ребятки. Витя, с Новым годом, с новым счастьем. Я очень рада, что нас вызвали вообще раньше, чем нужно было. Ведь каникулы еще продолжаются. С Новым годом. Аня, можешь меня не трогать, пожалуйста? Ну, я просто подружески. Как ты провел свои каникулы? И вообще Новый год. Хорошо провел Новый год. Да, это хорошо. Аня, ну, пожалуйста, сейчас задушишь. Ну, сядь на место. Хорошо, не сяду. Кто тебя за парты? Я так счастлива, что у нас здесь вместе. Мы все вместе, не вместе. Так, Дим, вытри доску. Сам пошел доску вытри, потому что я тут староста, понял? Из-за стола слить, я тебе 15 тысяч раз сказал, ты сломаешь, ты и будешь ремонтировать. Дима, сколько раз мне тебе уже нужно повторять? Никакой ты не староста. Я здесь староста, один здесь староста, Димочка. Забудь вообще такое слово староста, вычеркни со своего лексикона. Хорошо? Лера, иди доску вытри. Ну, давай ты не будешь портить праздничное настроение, все-таки, ну... Первый день после Нового года, ой, не первый, ну не важно.
Да и вообще, зачем доску вытереть? Там же все красивенько. А если так сильно хочешь, то пойди сам вытери уже. Ой, а знаешь, настроение у меня и вправду хорошее. Только вы начинаете мне его портить. Я ж тебя по-хорошему прошу. Лерочка, возьми и вытри доску. А я по-хорошему отвечаю. Нет, иди сам и вытирай. Лера, молодец, правильно говоришь. Вот я когда был староста, я все делал сам. Никого не заставлял, ничего не делал. А ты какой староста? Ты вообще тут никто. Познаешь почему? Потому что Анатолий живет со мной. Да, я живу с Димой. Так что давай, встань и доску вытирай. Ладно, Дим, я тебя прощаю. Привет, последний раз. Я, кстати, знаю, почему ты спишь с Анатолием. Потому что ты боишься всяких бабаек и боишься сам один спать. Ну, скажи, да, Дима? Нет, ты что, я не боюсь один спать, Анатолий, это так просто со мной. Ну вообще, Витя, знаешь, когда идешь вот один в туалет ночью, и там красный глаз в темноте, вот это страшно. А еще бывает, когда мне под кроватью тапочки мои шерудят. А когда голоса... Ладно, ты угадал, да, мне страшно. А вот этот красный глаз, это случайно не болит? Да, Димон, у тебя же крыша совсем едет. Ну и что, я не вижу тут ничего смешного. Вот у меня по ночам куклы оживают, и в шкафу кто-то шерудит. И мне очень страшно, я не могу без ночника не спать, никуда не ходить по темноте. Вот ты думаешь, ты тоже ничего не боишься? Я уверена, ты боишься 100%. Лерочка, милая, Залька, я точно уж ничего не боюсь, не переживай за меня. Ты же не видишь, какой я сильный, храбрый, мощный, здоровый, как-никак. Все время кашу по утрам ем, протеины пью там. Ну, короче, неважно, все ясно с тобой, сиди и бойся. Анечка, ты же хочешь выйти к доске и вытереть ее? Вися, честно сказать, не хочу. Давай ты сегодня сам. Я что-то не понял. Ты хочешь, чтобы я на тебя обиделся? Нет, Витенька, я вытру доску. Ну, можно только потом? Может, только с тобой помирились? Аня, хочешь, я тебе совет дам? Не ведись на него, он тобой манипулирует. Не надо ничего делать, не вытирай никакую доску. Правильно, Аня, тебе Дима все правильно говорит, не вытирай доску. Вот видишь, даже Анатолий за меня. Да хватит уже с этим гномом разговаривать. Ребят, мне тоже все надоело, вы вылазите выше моей головы просто. Не хотите со мной хороших отношений? Не будет. Анечка, с тобой так точно. Сам вытру доску, не гордый. Всем привет. Привет. Иди сюда, Спартак. Подходи, что? Подходи, не бойся, подходи, подходи. Смотри, да иди сюда, не бойся. Видишь эту тряпку? Да. Это символ Нового года. Вот ты тигр? Да. Настоящий мужик? Да. Хочешь хорошие оценки? Да. Хочешь, чтобы все у тебя получалось? Да. Хочешь такие бицухи, как у меня? Да. Смотри, бери тряпку. Да не бойся, бери. И вытирай доску. И ты приобретешь новые силы, новые эмоции. Девушка у тебя появится красивая. Я тебе говорю, я тебе когда врал вообще? Правда? Правда. А я тебе не верю. Мазила! Вообще не адекватно! Да я не в тебя! Да я не в тебя целился! Что ты психуешь? Я целился в... Витя, ты офигел! Так тебе и надо! В смысле, так тебе и надо? Тебе так и надо, идиот! Володя, Спартак, ты что делаешь? Ты обалдел вообще! Так, мне это старость! Получи! Разорвал. Ну, короче, столько Маш, плохое все. Маш, кому ты врешь, Валентина Ивановна, тебе даже давным-давно в село свое как-то грызы были как. Ты правила. В село отправила, что давным-давно. Нет, ты правила бы, все, отстань. Вить, зачем ты мой рисунок стерла? Я же рисовала, старалась. Ах, старалась? У вас еще Новый год, да? Так свой рисунок иди сама и вытирай, на. Вить, ты дурак! Ну что ты делаешь? Она же грязная. Будет так. Слышь, ты так и надо. Что ты делал, блин? Витю, это все он, значит, да, Витю! Один здесь лучше, и это я. Только я могу словить-то. С близкого расстояния все могу словить. Дим, привет! Привет, осторожнее, Анатолий. Что ты, как ты нам год провел? Хорошо провел, мы с Анатолием и в бане были, и купались в бассейне. Ты мне там звонила, я не брал трубку, я с Анатолием был занят. Блин, ну и ладно, ничего страшного. Анатолий так похорошел. Конечно, осторожнее, добрый. Наконец-то мы теперь вместе. Ура, да. Ой, да.
Марина, пока тебя тут не было, тут такое было. Дима нам тут такое рассказывал. Говорил, что боится темноты, что боится тапочек под кроватью. Говорит, что с Анатолием вместе спит и Оливье с ним ест. В общем, одним словом, твой Дима сыкло. Не то, что Марина. Сыкло. Я вообще-то не так говорил. Я говорю то, что у меня в туалете кто-то живет с красным глазом. Что, правда, Дима? Правда. А еще я буду сюда заходить один, потому что вдруг он меня съедет. Нет, я тебе ничего не буду показывать. Я сам буду сюда заходить. Захожу только с Анатолием, либо с мамой, либо с папой. Ну, Дима, короче, как всегда, сыкло. Вот это всякая хрень не боится. А вот я, Аня правильно, кстати, сказала. Силь, правда. Пока не надо. С циклоп он боится, и сам он с циклоп. Это я специально взял. Вот, смотрите, смотрите. Оп, видели? А что, видели? Вы думаете, я боюсь в этом краске? Видели? Сыкуны, с циклопа ходящие. Вот! Добрый день, дети! Здравствуйте, моя любимая учительница! Мы что, уже учиться будем, Альгин Иван? Витя, ну... Как ваше настроение? Как у вас все? Блин, я так хочу учиться, а я дома, знаете, сколько учился? Я поставлю. Давайте, садитесь. А этот портфель, это... Все, садитесь, присаживайтесь, Альгин Иван. Все, вот ваш чемодан. Это Витя, где? Этот гвоздик, чтобы красивенькая была. Валентина Ивановна, сумочка на столе не должна стоять. Все. А что мы сегодня учить будем? Если честно, я даже забыла, какой предмет. Иди уже на место. А такой предмет, Валентина Ивановна, что надо Витю выгнать из класса, потому что тряпками бросался, всех обзывал и говорил то, что вы вообще некрасивая и вонючая. Подтверждаю, Валентина Ивановна. Вот. Я тоже бросал тряпки, я все слышала, как он про вас так говорил. Ага. Валентина Ивановна, он все про... Мы очень похуже, очень красиво, честно, очень красиво, очень... Да, очень похуже, честно. Давай, Ну, все хорошо, Валентина Ивановна. Иди на место. Я все понял, Валентина Ивановна. Можете ничего не говорить. Я буду здесь стоять, я буду вам помогать. Говорите, что делать, я буду делать. Я вас, так скажем, правая и левая рука. Ну, как бы... Да, Валентина Ивановна, я согласен с вами. Что бы вы ни приняли, какое решение. Капец, он дает, конечно. Так, капец, скорее всего, уроков сегодня не будет. Ну, это к лучшему. Ты как себя ведешь с учителем? Ты необразованный неандерталец. Кошмар, Валентина Ивановна, ну Дима должен быть старостой, у него как-никак вот этот вот гномик. Осторожно! Я осторожно! Я тебе староста, понял, она соли у меня, так что отошел от учительницы, да, понял? Да, ну Димочка, понимаешь, как... Я что-то не понял, много ты сильно трендишь, Дима. И вообще, Анатолия, сюда! Тебе, Дариночка, за подстрекательство 2 балла, а тебе тоже 2 балла, и Анатолия сюда гони. Значит так, староста тут я. Да, и отойди, Дима. Нифига, не загораживай Валентину Ивановну, ушел отсюда. Димочка. Витя. Что? Ну, давайте я уже разберусь. Да ладно, я все разберусь, Валентина Ивановна, сидите на месте. Дима, красный глаз, красный глаз. Все, там поди с глаз. Дима, ты же Дима. Я не ведусь, я. Дима, стой. Дима, Анатолий! Нет, подожди! Красная, красный глаз! Пусть не будет Анатолий! Витя! Да. Давай, Анатолий, на время дадим Диме. Валентина Ивановна, я считаю, все идет по плану. Сядьте. Да хватит уже ныть! Нытик, блин! Димочка, не переживай! Все, я не могу, я ухожу из класса! Ты со мной! Пошли быстрее! Кефирчика. Супер, жизнь малина. А прекрасный какой вид. Вид, вообще. Я тут жить скоро буду. Да ты уже здесь живешь, Дим. Ну, я туда. Блин, Дим, может, таки надо было учиться? Да кому нафиг надо твоя учеба?
Смотри, мы теперь как короли с тобой. Ну просто образование как-никак. Какое нафиг образование? Все, мы уже свои слова сказали, и ум тебе с тобой вдвоем. Ну нам сегодня повезло, просто тепленько. А вот если скоро снег выпадет? Ну, построю я тебе шалаш. Писуля, все будет хорошо, не переживай. Только чтобы был вот такой же красивый закат и рассвет, как мы встречаем здесь. Это хорошо, так и будет. Хлеба бы еще бы что какую-то закусочку. Шоколадки не хватает или какого-то сладенького батончика. Так я бы что-то бы уже. Колбасой пахнет. В натуре колбасой. Спартак, а ну иди сюда! Спартачок, иди к нам! Что вам надо? Поздороваться с нашим любимым одноклассником. Хлеб будешь? Или кефир, даже не испорченный. Буду, только у меня ничего нет. А ну иди сюда! Так. Опа, колбаса, колбаса! Давай, Тём, давай! Я расскажу, что болит! Да иди, парень, уходи, уходи, иди отсюда! Колбаса! На, колбаска, колбаска! Капец вам! Да, я уверен. Ой, смотрите! Офигеть, мне реально бомжует! Прячь, прячь! Там дети сейчас съедят все. Капец, мне их так жалко. Да чё, блин, их жалеть? Вот я когда бомжевал, меня никто не жалел. Мы когда бомжевали, Паша. Мы. Сейчас мы их разведем. Как? Это они сейчас у нас всю еду отберут. Блин, как холодно, как хочется кушать. Обалдеть. Ой, господи. Животик так бурчит. Ну подайте на пропитание хоть кто-то. Люди, люди. Капец, у меня мелочь есть, мелочь. Какая мелочь? Зачем, Лер? Давай, 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 Лер. Да зачем? Ну давай. Держите. Да, это и все. Тут даже на чай не хватит. Он нажрался, блин, он только что отрыжку сделал. Я бы на твоем месте вообще маску одела. Заразиться можно от них вообще. Да, давай вообще отсюда. Паш, ну дай ты хотя бы что-то, ну пожалуйста. Что тебе дай? На, только не переедайте. Так оно же пустое. Идите отсюда вообще уже, отойдите. Посидите, ушли. Сейчас, сейчас. Да меня никто не жалел, и я вас жалеть не буду. Пошли. Ничего, сейчас еще кто-то будет идти. Это же точно не вся школа. Да. И вот мы еще кого-то просим денежки, что-нибудь покушать. Им точно родители бутерброды какие-то положили. О, точно, на бутерброды. Вот, наконец, так, теперь ждем. Что это вообще такое? Что у нас за дороги в школе просто? Вот это все мне надо записать на блокнот. Так, вот здесь тоже надо что-то придумать. Какую-то площадку, турники повесить. Это вообще безобразие просто какое-то. О, сидят бомжары. О, смотри, кто идет. Гордость школы, подлиза. Так какая гордость школы? Говно школы. Блин. Давай его разведем на шатах. Давай, давай, на что? На что? Витенька, друг, иди сюда. Витя. Ну, пожалуйста, подойди. Трындец, разве можно с чистыми кроссовками здесь ходить? Что надо? Витя, дай, пожалуйста, денег. На чай, на еду. На чай. Кушать, погреться хотим. Ну, давай, цветы. Цветы хотя бы покушать. Не трогай цветы. Какие цветы тебе покушать? Блин, балбес. Не трогай его. А ты вообще рот закрой. Вас надо записать, кстати. И куда ты нас запишешь? Свой блокнот. Кому он надо диктовать? Да хотя бы денег. Я сказал, рот закрой. Все, все друг называется. Отвалили. Я сейчас полицию вызову. Я закашлялся, да? Кушай, кушай, девочка. Забись старой пропавшей колбасой. Че, если что, друга? Иди отсюда, пошел. Ну пошли. Ну предупреждаю, если я приду сюда еще раз, и вас не будет, вас заберет полиция. Пошай, ты пошел отсюда, друг называется еще. Закрой. Валентина Ивановна, там такое произошло! Там эти бомжи, Дима с Дариной, забрали у меня колбасу, которую мама мне на завтрак дала! В смысле, Дима с Дариной? Они что, опять бомжуют? Да, конечно, бомжуют! Они меня обманули на колбасу! Они разложились, как на пикнике каком-то, там на травке. Батон у них был и кефир. Да ну ужас какой-то! Ну я же по-нормальному просила больше это не делать! Ну к нам же проверка потом из-за них приедет! Ладно, ты садись на место, я сейчас разберусь! Вот если бы моя мама была, такого бы она не допустила, чтобы у его сыночка отобрали очень вкусную колбасу, которую она на завтрак мне положила. Все-таки,
Даже дверь не сломана. Ну, что ты его жалеешь, не достали? Вот меня никто не жалел, ты их жалели. Нас никто не жалел. Ну все же, но они сидят, нам, ну, мерзнут, на холоде. Ты вообще зачем им мелочь отдала? Тебе как домой добираться? На маршрутке что хотела ехать? Точно. Как мне теперь доехать? Хочешь, я тебе на велике прокачу? Ты видела его велик вообще? С корзинкой велики! Ты на место иди, блин. Ты офигела? А у меня они колбасу отобрали. Мне плевать. Капец, блин, дура какая! Заткнись. Правильно, Таренька, говоришь. Спартак, ты должен был пожалеть одноклассников. Да сейчас! Что ему жалеть тебя? Пошел, тебе холодно. Да все отлично, господи, успокойся. Что у тебя такие кольца красивые? Ой, ну это мне мой парень? Нет, мама подарила. А, ну понятно, да. Прикольно. Что ты такие, ну, блин, прям... Ну замерзла просто. Я вижу. Да хватит уже вам обниматься и сосаться! У меня тут живот упал, потому что они у меня отобрали колбасу, а вы тут сосетесь, блин! Ой, Спартак, подрастешься еще вот буквально пару годиков и сам начнешь сосаться. А то, что живот упал, ничего страшного, будешь таким стройненьким, как я. Вообще-то, если ты не знала, такой, как ты, быть ненормально. Нормально быть такой, как моя мама. Я стремлюсь, как она. Ну, оно и видно. Заткнись, скелетонша. Боже мой, на себя посмотри. Жердяй. Блин, ну мама, наверное, у тебя погорячилась покупать столько золотых колец. А если у тебя бандиты напали? Ну, ты у меня есть для этого. Ну да, в принципе, я силач. Да, да, Пашенька, все, хватит. Добрый день, Валентина! А где Валентина Ивановна? Валентина Ивановна пошла разбираться с бомжами, потому что они у меня украли самую вкусную колбасу, которую мне положила мама. Так, короче, все понятно, все понял. Это все я законспектирую и пойду к Валентине Ивановне помогать ей. А со мной даже не поздоровался. Ну я же вас просила, по-хорошему, по-хорошему. Ну что вы меня позорите? Что директор сейчас скажет? Сейчас придет уже. Валентина Ивановна, ну вы же сами это все сделали. Да. Вы забрали вон... Анатолий, где мой? Вы сказали, Анатолий, нет, дайте погрузите шкурку лучше. Я шкурки не ем, Димочка. Я ж тебе пообещала, Анатолий, я тебе дала, я не ем такое. Я видел, как вы мне его дали. Потому что он оказался этого Витя, вашего старосты. Димочка, Витя просто подыграл, так шутка была. Староста, он хороший, просто Анатолий, у него пока... Я не понял, это что за фигня вообще? Витя, ты что тут забыл? Витя! Я что сказал? Что ты нам шоколадку принесешь? Шоколадку принесешь? Что я сказал? Шоколадку принесешь? Или денег? Я не это сказал, я сказал, что приду и полицию на вас вызову, говорил? Ну, нет, такого не было. Такого не было. Такого не было. Надо их вязать, Валентина Ивановна, вязать. Сюда иди. Сюда. Блин, так прикольно, в парке чай попили. Это теперь мой любимый чай. Да, пойдем еще, кстати, кофе купим. Я, кстати, я знаю, где отличный кофе продают. Давай в кино сходим. Обратно? Да. Опять на то место? Да, там очень понравилось. Да, только надо будет выбрать какой-то фильм другой. Классно, что вы интересно посмотрели. Да блин, я есть хочу. Спартак, хватит уже. Да колбаса была очень вкусная. Мне все равно, какая она была, хоть невкусная. Кстати, Лера, знаешь, там попкорн не очень вкусный в этом кинотеатре. Ну не знаю, мне понравилось. Паша. Что? Давай посмотрим, что у Вити в папке. Блин, ну давай. Ну это что-то интересное будет. О, костюмчик. Так. Смотри. Это новогодний. Да. Офигенно. Так. Смотри. Офигеть, мне вообще этот костюм не нравился на самом деле. Вот, это очень милое. Ты смешной тут. Спасибо большое. А Аня не очень, кстати. Ну, мне нравится, я не знаю. В смысле, не очень. У меня очень, да. Вообще, костюм. Ты на себя посмотри, у тебя вообще пижама разрезанная. Сибирюля. Вонючка. Вот я очень, а ты нет. Кто бы говорил, у меня костюм лучше всех. Да, конечно. Конюшня. Валентина Ивановна, если бы вы быстрее просто бежали, мы бы их точно догнали. Ты ногу подвернула. Ну что, ну да ладно, я что теперь делать? Директор знает, что они здесь бомжуют. Не переживайте, я знаю, где они прячутся. Они прячутся за полем спортивным. Ну так что ты здесь, я лови их. Господи. Валентина Ивановна. Сейчас я нигде не встаю. Жесть, хорошо, что не догнали. Да ничего, сейчас ведь их и догоним. Нет, Паша, это ненормально, мне их жалко. Да блин, чего их жалеть, они такие бестолковые. Знаешь что,
Что? Я ухожу к ним. Куда? Ну, Лер, даже шутил, надо же... Ну чего? Прощай, да оставайся, папа. Что ты? Ну, Лера! Но имей в виду, будешь на меня говорить гадости, получишь. Кстати, а где твоя мама? Где? На работе. Вроде ты не знаешь. К сожалению, не знаю. Она мне не пишет, не звонит и трубку от меня не берет. А так и я тут при чем? Не звонит, значит, занята и не хочет с тобой общаться. Это не мои проблемы. Слушай, Спартачок, а ты можешь как-то на нее повлиять, чтобы она мне как-нибудь набрала или написала? Мне просто с ней очень важный разговор должен быть. А что мне за это будет, если я это скажу? Блин, не знаю. Ну ладно, от сердца тебя отрываю. Чупа-чупс тебя будет. Ты что, смешной? У меня этих чупа-чупсов целый шкаф. Я уже на них смотреть не могу. У меня вон прыщи на языке от них. Понятно. Ну тогда обижать тебя не буду. Вот, другой разговор. А со старшеклассниками разберешься, которые у меня в столовой булочки отбирают? С этими здоровыми кабанами? Тарзаном, карасем и... как его? Лососем? Да не. Ну хотя ладно. Только если твоя мама возьмет от меня трубку. Ладно, я скажу маме, чтобы взяла от тебя трубку. Так холодно. Ты хоть чуть-чуть согрелся. Дима, может быть, нафиг тут тебе, Анатолий? В смысле нафиг?
Ну, может быть, мы по-девочки согреемся, там и покушаем. Я заднюю давать не буду, понятно? Ты со мной? Да с тобой, конечно. Ну вот и все. Лерка, это ты? Да, я. А что ты сюда? Что ты сюда пришла? Ты что, с нами? Да, на твой я. Лезь, будешь с нами бороться. Да можно, конечно. Дайте мне носочку, сейчас холодно. За вас что-то заступилось. Что-то потом пожалела. Но уже обратно пути нет. Это правильно. Мы будем бороться с них. Мы выиграем этот туалет. Да. И у нас все будет хорошо. Мы выиграем. А хавка у вас есть? Да ничего еще нету. Надо ждать теперь кого-то, чтобы хавки нам дали. Привет. Кстати, как ты относишься к Дарине и Диме, к вот этим бомжам? Витенька, как ты скажешь, так и отношусь? Опа-на, приплыла, еще одна подлиза. Спартак, так, тише. Ань, вот я к ним отношусь плохо и собираюсь их повесить на стену позора. Тогда я тоже плохо отношусь, они очень плохие, особенно Дарина, она жадина, и бомжиха теперь стала, и я тоже хочу, чтобы ты повесил ее на стену позора. Вить, ты так красиво пишешь. Ань, в чем дело? Да я просто, мы же с тобой вместе. Нет, я сам. А что мне тогда теперь делать? Садись на место. Что, получила, получила. Не нравишься ты ему. Ему нравится только моя мама. Отстань ты. Витя, она меня обижает. Аня, ты все-таки Спартака не обижай, хорошо? Он все-таки младше тебя. И, кстати, ты бомжей на улице случайно не видела? Нет, не видела, но сейчас же холодно, наверное, они же круто спрятались. И нет, Витя, я не обижаю вот таких вот, как Спартак. Я хорошая. О, Витя, а хочешь, я тебе помогу эти плакаты повесить? Ладно, Аня, если ты сильно хочешь мне помочь, поможешь. Это еще что за фигня? Опа-на, бомжи! Лера, это ты? Да, я. Пашенька, мне так холодно, я так хочу кушать. Да подожди, Паш, не есть кахава, что-то, ну покушай, Лера, пожалуйста. Пашенька, хотя бы, ну хотя бы кусочек хлеба кого-то или денежки на чай хотя бы, ну найди, пожалуйста. Лера, офигеть, что с тобой стало? Ты аж синяя вся. Холодно, ой, холодно, очень холодно, очень, очень холодно. Я тоже. Паш, ну похавать что-то есть, ну пожалуйста, ну поесть, хотя бы что-то. Кушать, кушать. Дай сюда. Паша, спасибо. Пашенька. Да, не как ты. Спасибо большое, Витя, спасибо большое. Да заткнись уже, ты задолбала подлизываться. Рот свой закрой, Спартак. Витя, она на меня орет. Я не кричу. Витя, я не кричу на него, честно. Я просто не знаю, что с ним делать. Он постоянно меня задолбывает. Ну так что, куда картины эти вешать или как там их? Спартак, это у нее просто голос такой, ничего она не кричит. Аня, короче, смотри, позор школы. Раз. И позор школы номер 2. Сейчас берешь их, идешь сюда и вешаешь на доску. Ну так что, показывай, что тут делать надо. Да, подожди, Аня, берешь вот эту картинку, вешаешь. Да, а еще что? И вот эту. Да что, руки убери. И вот эту картинку тоже бери и вешай. Угу, хорошо. Так. Это вот сюда? Правильно я делаю, да? Вот. Или вот так вот сделаешь? Да уже как-нибудь повесить. Нет, ну смотри, вот так лучше, вот так вот? Или вот так вот? Как-нибудь, Аня. Хорошо. Ну мне просто интересно твое мнение, поэтому и спрашиваю. Или вот, смотри, и поправить ровно, и наверх чуть-чуть. Вот, так нормально? Нормально. Или на середину переместить? Нормально. Да все, Аня, молодец, все нормально, садись на место. Хотя нет, стоп. А ты Леру с Пашей не видела? А что ты вообще про них спрашиваешь? Ни Леру эту, ни Пашу, ни Дарину, ни Диму, ни Валентину я не видела. Ой, как ты там говорил, хорошо я сделала работу, да? Да хватит уже выделываться возле доски. Витя тебе уже сказал, садись. Ну ладно, говоришь, не видела ты их, да? Ну хорошо, садись. Лер, ну давай лучше тебя в класс отведу, тетя тебя помоет, отмоет, духи новые даст, может одежду новую присмотрит, вонять не будешь. Что?
воняю. Ну, вообще, как бы так. Ну, в смысле, я воняю? Я не Подожди, могу... да стой, тихо. Не, Лера, вообще-то стушком. Вы издеваетесь, вы больше меня воняете. Я вообще-то меньше вас вам жую. Паш, короче, никуда она не уйдет. И мы да, вообще-то за Анатолия. Да. Если хочешь, то давай тогда с нами. Я не собираюсь снова быть бомжом. Не хочешь со мной идти, как хочешь. Ну, капец. Тюк, блин. Ну и ладно, и пожалуйста, да. Мы и сами нашла себе. Справимся. Не то, что мы с Кисуля. Кисуля. Муа. А ты найдешь себе другого бомжа. Понятно, не расстраивайся. Да, да, все будет хорошо. А ничего страшного. Обычный. Ну, бомжа, я хочу нормально. Ну, бомж бомжа. Тоже хороший. Он, видишь, ой. Все. Ну ладно. Всем привет. Привет. А я, кстати, видел, они там на первом этаже будку себе сделали. Стоп, 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 стоп! Что ты сказал? То есть ты видел позор школы номер 1 и номер 2 внизу? Не только позор номер 1 и 2, а еще позор номер 3. Они там нормально себе колобуду построили. И кто номер 3? Лера? Да капец, блин, она воняет еще хуже, чем Аня, когда мы бомжевали. Там я такой... Я не воняла вообще-то, у нас был и душ, и холодильник, и даже такие у нас были. Аня, я тебе соврал, что ты не воняла. Ах ты... Да, успокойся. Покажешь, где они? Да что их там искать? Ты просто идешь на нижнем этаже и сразу по запаху найдешь их. Сказать, конечно, такое, что я воняла. Подумаешь, блин, у меня сейчас духи были. Шанель номер 5. Ну и что, что они просрочены? Блин, девочки, тут сильно тесно. Дарин, давай, иди, сядь на лавочку. В смысле я? Лера, двигайся, давай. Ну, места нет, ну, где? Ты вообще-то девочкам должен место. Да ничего не буду спать, я даже вас построил, тут и буду жить, понятно? Садись, пожалуйста, на лавочку. Никуда я не буду садиться, понятно? Тебе надо, ты не садись. Вы что, вообще уже оборзели? Обалдеть, я должен еще и пересаживаться. Нормально, тебе что, сложно? Сами пересядь. Задолбали уже. Ну, что ты кричишь на меня? А это что? Ты вообще, что такое, ты родители в курсе, что ты здесь вообще? Конечно, да, в курсе. В курсе. А что они будут не в курсе? Ой, господи. Лера, тебя же родители, наверное, ищут. Никто их не ищет. Мадина, есть похаба что-то? Да, ну и есть. Значит так, если вас вчера не догнала полиция, это не означает, что она сегодня вас не догонит. Смотрите, даю вам шанс. Я иду в класс, готовлюсь к уроку. Вы умываетесь, подмываетесь и приходите на урок. Понятно? Ага. Смотри, мы еще будем адаптироваться. Двигайся, давай. Анатолия! Анатолия, вернешь, понятно, тогда вернемся. Закрой этот шалаш. Ты смотри, она нам будет условия еще ставит. Все, живем, живем. Ну капец. Все, добрый день, наконец-то вы в классе. Все правильно. Здравствуйте. Витя, а ты вообще в курсе, что они там внизу сидят? И с ними Лера. Да я уже в курсе, Валентина Ивановна. Не нервничайте, главное. Я уже разрабатываю план, как с ними разобраться. Да что ты там разрабатываешь? Нужно идти и брать, и разбираться сейчас. Сейчас все увидят, вся школа, все учителя. Позорище такое. Кстати, ты же бомжевала, иди это, помой там, помочь надо. Нет, ветеранный, а почему я сразу? И девушка вот как делается, и ты сам, и ну, отмывайте. Или вон Пашу возьмите, он же тоже был. Кстати, Паша. Не-не-не-не, я вообще-то ей предлагал сюда в класс прийти и справиться, так что нет. Одноклассникам помочь даже не можете. Витя, пошли разбираться. Так, Валентина Ивановна, я же говорю, я разрабатываю план. Сперва нужно купить. Первое. Это резиновые перчатки. Второе. Салфетки. Третье. Шампунь. Четвертое. Гель для душа. Потом пятое. Куда так привезти, концов обмыть. Потом шланг надо купить здоровенный. А лучше кёрхер. А вот потом уже можно что-то делать. Ой, да все хорошо, что ты перечислил, какой кёрхер он их там поубивает. Витя, идем, будем так разбираться. Ну это капец в школе, что творится. Главное не нервничать. Как это сейчас разберемся. Ну. Ты понимаешь, что это позор? Да, нормально все будет. Ну, наконец-то, хоть Лерочку отмою. Ты, блин, сейчас я... Да, тебя зажала, мне друзья. Я просто забыла. Так, а кому-то забила, так, сюда. Так, давай сюда. Ого, семена. Не красиво? А мы так есть хотели, ты, блин, жаль. Ты едой бросаешь? Ой, еда, это я забыл. Там у нее там съемок. Три пачка. Вкуснотища. Быстрее, Лера!
позор, позор нашей школы. Спартак, я надеюсь, ты таким никогда не будешь. Конечно, Валентина Ивановна. Я что, дурак, жрать грязные семки, если у меня дома полный холодильник сосисок и колбасы? Ну вот умничка. Не дай бог, Паша, Аня, вы к ним переберетесь. Вы понимаете, что творится? Из-за того, что у нас холодно, я не могу их выгнать со школы. Потому что, чтобы они не замерзли на улице, служба спасения сказала, пусть они живут в коридоре. Это же ужас, они моются в туалете, вы это видели? Да, конечно, не пойду, мне хватило, блин. Кого вон? Слышишь, сам захотел, тебя даже не заставляла. Иди теперь к своей Лерке вонючке. Сейчас помоюсь. О, хорошо, хорошо. О, хорошо, руки смыл. Валюка, ты нас не выгонишь, мы все равно помоемся. Ой, хорошо, хорошо. Так, а, так, еще будем умываться. Мыло. Хорошо. Так, а ну, ноги. Ой, хорошо. Хорошо. Я зверь. Хорошо. Валентина Ивановна, представляешь, это вообще какая-то дискриминация. Я вот пошел, письмо написал, Гарану отправил, и даже с ними по телефону общался. Сказали, что это все бездействует, потому что сейчас холодно, мороз, и можно будет оставаться в школе бомжевать. Я это все знаю. Звонила тоже. Бесполезно, сказали, дайте им чай, теплое одеяло, обеспечьте уют и комфорт. Это просто ужас какой-то. Ты вообще видел, что они моются в умывальнике? В смысле? Там, где руки мою? Свои нежные, прекрасные ручки? Валентина Ивановна! Фу, нет, туда я больше ходить точно не буду. Валентина Ивановна, что нам делать теперь? Ой-ой-ой, мои нежные белые ручки. Спартак, вообще-то ничего смешного нет. Витя, не переживай. Мы будем с тобой мыть руки в учительском туалете. Там теплая вода, освежитель прекрасный. Что делаешь? Да, Валентина Ивановна, я так подумал. Я считаю, что вы очень устали от своей работы. То, что вам нужно взять перерыв, так скажем, отдохнуть. Я устала. Ваши обязательства теперь мои обязательства. Витя, а что ты творишь вообще? Да, Валентина Ивановна, теперь мы будем решать вопросы вместе, я вам буду помогать с этим. Я не против, просто, ну как бы... Да все. У тебя есть свое место. Где мое место? Мое место рядом с вами. Я как староста, я тот же самый учитель, даже, может, круче немного. Ну, вот так. Витя, ну вот же Анатолий, он тебя сидит, ждет уже, ну иди же к нему. Это ж не твое место, вот, иди сюда. Да, Аня, ты права, это точно мое место. Садись. А, сажусь. Да. А что, зачем? Витя, а... Да, спокойно, я знаю, что делать. Толень. Убежал от тебя. Витенька, ну как бы это... Я сам, Валентина Ивановна, спасибо большое. Итак... Витя, здесь я преподаю, не ты. А, точно. Так, сегодня урок я проведу, Валентина Ивановна. Вы отдыхайте. Сегодня у нас будет очень увлекательный урок. Достали дневники, ручки, тетрадки, и мы начинаем. Ням-ням. Боже, лафа, пусть эти морозы будут всегда. Да. Хавку дают, не выгоняют. Не выгоняют. Вообще тупо. Убираться не надо. Ничего, учиться не надо. Ну, все, жизнь только начинается. Так. Ой, хорошо. Китюня, Лерунчик, а я так хорошо помылся, так хорошо, весь пахнет. Слышите, может, вы тоже, блядь, и помоетесь? Да зачем? Я вон недавно мылась уже. А ты все чешешься, иди помойся. Да ну, Дим, ну я не хочу. Ну хотя поди зубы почисти. Да ну, ёпай, да я что-то почти не заставляли. Вот ты всё. Виновата, хочешь всё? Хочу. Ну иди зубы чисти. Давай. Ты плохой, что она сама такая. Лера, давай, давай. Ой, да тихо, у нас последнее питье. Ну сейчас, теперь ждать тебя, ну сейчас осторожно. Черт,
Валентина Ивановна, можно я сяду к Вите за парту? Это же все-таки моя парта, а мне без парты как-то не очень сидеть. Хочешь, иди сюда, садись. Ни за что в жизни. Я хочу с Витей сидеть. Аня, я, в общем-то, не против, чтобы сидела ты с Витей и Витя поставил парту на место свое. Валентина Ивановна, а я против. Витя, ну как бы у нас урок, и сейчас... Не переживайте, Валентина Ивановна, у вас шоколадка. Вы кушаете шоколадочку, а я проведу все уроки. География говорит. Хорошо. Ребят, кто что знает об географии? Ладно, начнем с этого. Вообще хотел с вами поговорить о тектоничных плитах. Ну ладно. Ребятки, Аня, садись к Спартаку. Паша, выходи к карте. И покажи мне, где находится Таиланд. Тетя, что это вообще такое? Почему он, во-первых, меня вызвал, а во-вторых, почему он командует вместо тебя? Ну, понимаешь, Паша? Все, Валентина Ивановна, кушайте шоколадку. Паш, ну ты понимаешь, ну... Ну, я выбрал просто тебя. А, Анька, давай уже садись к этому Спартаку. Все. Ну и ладно, и пересядь. Ты что, идиот? Ты вообще тупой? Ты спорта, где твои мозги? Ты где их оставил? Садик, так иди туда и забирай. И не возвращайся в наш класс больше. Да, блин, как вы меня все сожрали? Я лучше пойду к ним повыживать. У них там и хавка, и все они. Вали! Ну, давай. Ну и нафиг мне эти зубы чистить. Прицепился ко мне. Капец какой-то. Блин, ну вот зачем мне чистить зубы? Я только жвачку пожевала. Ой, как я хорошо зубы почистила. Они так сверкают. Да врет она 100%. Ух ты, да не врет она. Она перед этим жвачку еще жевала, поэтому... А мне кажется, нет. Дарина, ты там точно зубы чистишь? Вот, чищу. Ой, как чисто. Придолбался ко мне. Эй, бомжи, я теперь с вами. Хавка есть или я зря пришел? Еще нет, но обещали привезти. Там у нас поддержка, что-то со столовой. Котлеты, пюрешка будет. Поэтому... Ух ты, а ты что с нами? Пускай будет с нами, как раз людей больше будет, интереснее. Вот именно. Давай, иди к нам. О, это я люблю. Круто, круто. Да подожди, куда? Тут ноги, дай. Ух ты. О, молодец, наш человек, красавчик. Короче, тетя, я не тебе говорю, Витя. Вот Таиланд, столица Бангкок. Правильно, Пашенька, правильно. А, Ван Гог вот этот, да. Да. Да какая разница, пойдет. Ван нормально Ван все. Ладно, Паш, садись. Аня, иди к карте и называй мне, пожалуйста... Что же я такого придумаю? Азербайджан. Витя, ну ладно, ради тебя я пойду. Но все равно, ты мог бы мне сказать, чтобы я Таиланд нашла. Я даже на столицу, это не знаю, Ван Гог или как там ее вообще. А Азербайджан, я не знаю, где он находится. Блин. И это все делаю ради тебя. Тебе идет. Тебе тоже. Правильно? Нет. Смотри. Вот так вот, повтори. Смотри, чёрт. И чапкай, чапкай. Хва. И блюй. О, о, молодец, красавчик. Я не поняла, а что здесь малой делает? Он же предатель. Так, нет. Спартак теперь с нами. Теперь наш. В смысле? Это уже четвертый бомж. О-о-о, нормально так. Подожди, твои все зубы почистила? Почистила. Паста, не паста. Так, по-твоему, где я пасту возьму? Я бы вам почистила. Ну хорошо, хорошо, верю. Ну, а куда мне теперь садиться? Давай сюда. Верю. Мы тут у Спартака. С вами скоро 10 класс уже. Да, это мы соберем нашу полную бюро. Вот так. Спартак, давай. Семочки, семочки. Пепси, пепси, а? Так я тебя учил. Чака, чака. Чака, чака. Вот, Витенька, обрати внимание. Так что, мне 12 баллов? Молодец, ну, так, правильно все. Так, Валентина Ивановна, успокойтесь, кушайте шоколадку свою очень вкусную. Я выбирал. Я знаю, что молочный шоколад ваш любимый шоколад, кстати. Черный. Молочный вы любите, я знаю лучше. Так, Аня, ну ладно, тебе 12 баллов. Я согласна.
И Пашеньке тоже 12 баллов. Пашеньке минус 2. Я тоже с вами согласен. Тетя, что это за фигня? Он мне твой... Он тебе просто взял шоколад и рот закрыл, и все. И ты сидишь и действуешь. Да ты вообще рот закрой, ты вообще не должен там сидеть. Ты думаешь, ты там сидишь, бог, царь, отлево и направо двойки ставишь. Ты офигевший. Вообще я там должен сидеть. Ты бесишь меня, короче. Все, я ухожу, блин. Валентина Ивановна, как говорится, остаются только лучшие. Самые плохие уходят. Вот, мы с вами лучшие. И Анатолий самый лучший. А я? Да блин, я тебе любовь всю свою даю. Ты даже меня не увольнул, потому что я лучшая. Я все на тебя делаю, все стараюсь. На побегушек у тебя бегаю. А ты? Хорошо, я тоже хуже бомжать вместе с ними, чем с вами. Уроды! Вот народ обрадуется, палочки украла. И что, ничем не пахнет? Дим, ну совсем заложил. Кукурузные палочки. С топленым молоком. Точно, а как вы угадали? Представляете, я их взяла в магазине, мне продавщица просто так дала. За то, что я красивая, она сказала, ну вот, бери. Слишком красивая? Красивая здесь только одна. Я. А, значит, красивая здесь только ты? Ну, ладно. Фильм надо блудная, без палочек. Дим, ты хочешь палочки? Да, да, конечно, куда-то иди. Давай делись, мы же одна семья, да уйди. Да. И со всеми надо делиться. Да, делись, мы же семья. Валентина Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы сегодня так красиво выглядите. Ну, впрочем, как и всегда. Слушайте, у вас такой некрасивый телефон, кстати. Почему некрасивый и хороший? Вот нельзя. Да не, фигня. Я хочу вам подарить новый iPhone. 12-й? 13-й. Но при одном условии. При каком? Я теперь буду Виктором Олеговичем. Ну так ты и так Виктор Олегович. Ну что, меня все так называли. Я не знаю, ты же не учитель. Ну и что, я как ваша даже не правая рука, а я как ваши две руки. Я знаю, что изменит ваш выбор. 13-й. 13-й. А на сколько гигабайт? Терабайт. Терабайт? Терабайт. Виктор Олегович. Ань, ну я ж пошутила, ты тоже красивая, ну просто чуть-чуть хуже меня. Ань, ну я пошутила, ну ты тоже красивая. Ладно, Ань, ты красивее меня. Дело ты не только. Лишь шоримся, да? Спасибо. Я рад, что вам нравится, Валентина Ивановна. Теперь вам есть чем заняться. А я займусь делом. Папочки, больно тяжелые. Интересно, что там такого? Ой. Грамота. Вам не интересно? Фигня. Ну, посмотрим. Так. Доходы. Фига себе. Ладно, неинтересно. Так, посмотрим дальше. Кого же мне стоит уволить? Ладно, бред. Так, смотрим дальше. Подарки учителям. А вот это уже интересно. Валентина Ивановна, а что здесь делает путевка на Мальдивы? Ну, Витя, знаешь, я хотела полететь на Мальдивы. Но, к сожалению, не было такого хорошего старства, как ты, и денег не дособирали. Так что можешь ее закрыть.
Спасибо, Амир. А вы меня подпустите к вам? Потому что Лерка вообще в больницу ехала. Вы же в больницу. Вот-вот. Слушайте, она скоро уехала, у нее бронхит, понимаете? Она из-за того, что она там лежала, она простыла полностью. Ее забрали в как его там, хостел, где не хостел, я не помню, как он называется. Там девшей выводят. А у тебя вшей случайно нету? Там нет, нету, конечно. Точно нету. Да, да, мы же семья. Моя семья в больнице. Нет, Аня. Мы все вместе бомжуй в зале. Но это поделить бабочками. Да, Аня. Бери, прошу. На. Кушай. Ух ты, это... Подожди. Получается, что это телефон работает с часами моими. Да, Валентина Ивановна, все верно. Телефон. И получается, я взял ваш старый телефон, взял ваши пароли, взял Apple ID, iCloud и тому прочее, и просто сопрёк это всё. Подожди. А как ты мог это взять, если телефон всегда со мной? То есть пароли откуда у тебя, Витя? Валентина Ивановна, вы так... Директор Иван Иванович Курочкин. Да капец. Поставьте на громкую, пожалуйста, Валентина Ивановна. Да я боюсь вообще трубку брать. Берите. Точно? Да. Да я понимаю, что будет. Алло, Иван Иванович, что случилось? Валентина Ивановна, почему наши ученики бомжуют у нас под школой? Так они просто... заняться нечем. А они просто там проживают, потому что им разрешили, потому что сейчас холодно на улице. У них сейчас форма одежды любая. Школьную форму у нас отменили, поэтому проводите уроки как положено, пускай заходят. Так они воняют. Пускай приводит себя в вид и заходит, проводите уроки как положено. Да ладно, хорошо, я вас поняла. До свидания. До свидания. Витя, иди зови бомжей в класс, короче. Капец. Ну что, бомжи, настал ваш звездный час. Мы с Валентиной Ивановной, точнее, не мы с Валентиной Ивановной, а я так решил. Вам надо вернуться в класс. Звонил директор. Вы должны быть через 5 минут в классе уже. Что ты здесь командуешь? Ты здесь не главный. Главный здесь Димочка. Ясно? Ты кто такой? Ты что командуешь? Мы ничего твои права никакие выполнять не будем. Пошел отсюда. Значит так, мне ваши вот эти игрушки надоели. Или через 5 минут вы переодеваетесь, моетесь и уже в классе сидите. Или я вызываю полицию. Мне это уже просто надоело. Я вас предупредил. Да вали отсюда. Да, пока она тут мне не будет, никуда не подойду. Пошел отсюда. Ребята, мы пока. Анатолий, у меня не будет, наша команда будет с нами всегда. Семья! Молодцы все! Понятно. Валентина Ивановна, я, короче, так подумал и решил. Не будем мы их возвращать. Зачем нам вот эти грязные, вонючие, вот эти вот бомжи? Скажите мне, пожалуйста. Витя, ну я бы не против. Ну, ты же понимаешь, Иван Иванович сказал вернуть их. Да что Иван Иванович, просто поставим... А подожди, вот эта кнопка что? Это часы. Это просто кнопка часов. Так что они там? Валентина Ивановна, короче, я просто... Давайте, короче, просто поставим им двойки. Кого-то там уволим. Ну, как уволим? Или выгоним. Короче, неважно. Просто им двоек понаставляем. Я не могу это сделать. У меня же, понимаешь, рейтинг учителя, успеваемость. Я лучший учитель года по всему миру. Все будет хорошо. Никто ничего не узнает. Как не узнают? Они же не закончат школу. У нас выпускной класс. Так не пойдет. Знаешь что? У меня есть идея. У нас есть психолог, который сидит
молчит. Я ни разу не видела, чтобы она проводила хоть раз с детьми какое-то, ну, собрание или что-то делать. Как раз сейчас мы ей найдем работку. Сходи, я все позову. Давай. Я позову тебе. Еле липучку нашла. Лох. Вот вам. Звоните. Я вас вылечу. Засранцы. Интересно, зачем Валентине Ивановне вот эти, блин, ученики? Есть у меня лучший ученик, это я. Даже не открывается. Сейчас еще дверь сломаю. Звоните. Психолог Лох. Может, имя какое-то не знаю. Так, набираем. Сейчас. Психолог Лох, да? Алло, алло, здравствуйте, это психолог Лох? Какой еще лох? Ну тут написано, я просто не знаю, как, я не знаю, как его зовут. Это. А кто это вообще звонит? Это Витя. Вы мне обед отмечаете. Еще раз. Алло. Алло. В чем дело, молодой человек? Почему звоните? Да получается то, что наши ученики не хотят учиться и нужен психолог. Да ничего не знаю, я вообще забыла, как это делается, а какой это класс? Какой-какой класс? Ну, на третьем этаже, сразу первый. Найдете. 9 А, что ли? Какой? 9 А. Ну да, наш класс 9 А. А, так, а что вам надо? Я согласна. Ну, короче... Какие-то тренинги? Я могу. Да не, какие тренинги? Надо просто наших детей... Они не хотят учиться, нужно их привести в класс, и чтобы они начали учиться, как-то там отмылись. Короче, они бомжи. Вот придете, сами все увидите. Я помогу. Я иду. Ждите. Спасибо. Тут уже мало осталось. Короче, я, наверное, буду возвращаться обратно в класс, потому что мне и холодно, и голод мучает, и все. Ну и вали. Чтобы ты к своей Лерочке в больницу загремел. Ах ты, блин. Вот ну и вали, давай к своей этой вот тетечке. Пойдешь в эту, как его, свой каста... Прыгай, прыгай, короче, блин. Тетя мне в очередной раз простит. Иди давай. Тупой предатель. Вот мне незачем возвращаться. Нет. Вали отсюда, козел! Костоправов, хули Косторыловку! Козел. Все, Валентина Ивановна, я решил вопрос, набрал этому психологу. Только, если честно, она какая-то странная была. Ну и отлично. Хоть кто-то разберется с этими бомжами. А ты знаешь, вообще камера такая классная. Валентина Ивановна, конечно, классная камера. Только попрошу называть меня не Витя, а Виктор Олегович. Хорошо? Да ладно, хорошо. О, тетя, привет! Можно я буду опять здесь учиться? Паша? Валентина Ивановна, просто посмотрите, на что превратился ваш племянник. Рыгает, это смешно даже выглядит. Иди садись за последнюю парту, если хочешь. За какую последнюю парту? Я буду в своем месте сидеть, понял? Нормально вообще? Где этот психолог ходит? Витя, здравствуй. Я вообще-то Виктор Олегович. Молодец, растешь. Валентина Ивановна, что у вас здесь вообще происходит? У вас, говорят, тут класс какой-то порченый, нужно с ним работать. Что значит порченый? Нормальный у нас класс. Просто дети выражают так свое мнение. Ну, не всем оно нравится. А вас пригласили поработать с ними, потому что мне некогда. Конечно, чем еще заняться, как не фоткать свое лицо перед елкой за столом? Конечно, все можно. Да вы бы за своих племянников посидите, посмотрите, на что он похож. Вообще, о, весь в тетю. Понятно, да здесь работает. Я не знаю, сколько мне здесь работать вообще. Психолог, это, как вас зовут, кстати? Меня зовут Шиза Геннадьевна. Хорошо, Шиза Анатольевна, спорт, Ефрей. Может, вы уже детьми займетесь? Может, и займусь. Как Шиза
Геннадьевна, шприц или как вас там? Не все равно, в общем. Давайте занимайтесь вот Павлушей. Он, кстати, очень поддается воспитанию, если правильно найти подход. Вот-вот, я, Валентина Ивановна, говорим правильно. Вот займитесь лучше с Павлушей. Только обратите внимание, что он контролю не поддается. Безграмотный, бестолковый и вообще тупой олень. Да что, не может быть? Давай лучше отключите меня. Ну вот, правильно, начните с меня, обратите на меня внимание. Я уже почти... Я уже почти учитель. А, что делаете? А куда мне можно присесть? Туда, куда присесть. Сюда, сядьте. Так, все, вставай давай. Паша, вставай, отрываемся, будешь человека делать. Я не такой ребенок, ты меня этим не испугаешь. Закрой. Садись, я еще не мозги нашел. Ты что, офигел? Все, разбирайтесь с ним. Приступим. Работы много. С чего начать? Нет. Нет. Это на крайний случай. Вот. Начнем. Все, Паш, вылечит тебя сейчас. А зачем молоток-то? Так надо. Теть, короче, я исправлюсь. Тетя не поможет. Я исправлюсь, я больше буду бомжом. Вместо тети я. Виктор Олегович. Лиза. Сиди, думай, блин. Подожди, да не, дай мне. Это все хорошо, что-то Паши давно нету. Да пофиг, забей. Фиг с ним, он кидану у нас. Да. Надо кавку искать. Как на него? У нас хлеб есть. Хлеб, давай, доставай. Точно? Доставай, 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 доставай. Валентина Ивановна, я уже как бы все решил. Сейчас вылечат вашего Павлушеньку. Ну хорошо, я вообще не сильно переживал. Он поддается влиянию, в общем. Да. Очень круто. Ну начинайте, начинайте. Знаете, сколько со мной уже психологов работало? Они уже все в психушке там давно. Хорошо. Вылечим. У меня есть, между прочим, супер книга. Ага. Сейчас диагноз тебе найдем, чем ты болеешь. А, не то. Не то. О! И что? Кто это? О, это же Шиза Геннадьевна Шприц. Это вообще-то мой брат, Пучеглазик. Да, и мы с ним похожи. Очень симпатичны. Валентина Ивановна, давайте я вас научу во что-то играть. Витенька, я не хочу играть в игры, которые не помогают развиваться. А давай проверим твои знания на умножение. На умножение? Да, 451 умножить на 65. 9285. Почти угадал, только 29315. Умничка, умничка. Значит так. С братом мы разобрались, теперь с тобой. Смотрим сюда. Вот так, вот так, вот так, а вот так! Понятно. Странное у вас какое-то лечение. Какое странное? Какое? Все по инструкции. У тебя что, синдром плохого самочувствия? Какого самочувствия? Нормально я себя чувствую. Что ты чувствуешь? Ничего ты не чувствуешь. Посмотри, что ты вообще похож. Ты я человек, тетя. Я чувствую, понятно? Да ты вот такой человек. Короче, наверное, давайте спать ложиться. Так, все, положи, давайте. Давай. Спать и спала? Да. Блин, нужно было выбирать. Так ты с ним, ну что? Ну да. Будем голодно просить, чтобы вы вообще ничего не взяли. Все. Иди ко мне. Ладно. Спартак, мы все спим. Какой ночь? А что ты получишь? Давай. А вот это? 15780. Умножить на 2. А что это там происходит? Да ладно, нормально все, сами все порешают. Да все-таки жалко племянник там. Ну это психолог, психолог лучше знает, что... Так сколько умножить на 2? 31 тысяча. 31 400. Блин, не успел.
Алло, дупло, я не сдох. Живой? Я все понял, слушайте, я буду все хорошо вести, честно. Я знаю, честно. Но нужно еще немножко подлечиться, у меня есть что-то для тебя хорошее. Маленькие таблеточки. Какие таблеточки? Я же говорю, все отлично. Оранжевенькие. Вот, теперь ты выздоровеешь. Я вас всех вылечу! И вы вылечили только одного человека. И, кстати, где он? Я, конечно, между прочим, работаю. Ты знаешь, как тяжело работать с психбольными. Я, между прочим, 5 школ прошла. И все здоровые, и все вылеченные. И, между прочим, еще была в Министерстве культуры. И там тоже всех вылечила. А это, между прочим, очень тяжелый труд. Кого вылечили, мне неинтересно, если честно. Главное, чтобы мой класс был здоров. Ясно? И я вам сейчас приведу 2 следующих пациентов. А вы, пожалуйста, займитесь делом, приготовьте все. Заходи, ну заходи давай. Стой. Здравствуйте, Шиза Геннадьевна. Спасибо, что вы племянника мне спасли. До этого никто не помогал, никто. Сама себе. Паша. Вот посмотри, буквально за чуть-чуть, и ты опять хороший человек. И мой любимый человек. Ты бомжом был 2-й раз. А это нехорошо и ненормальный ты человек был. А вот Шиза Геннадьевна, она умничка, она тебя вылечила. И скоро вылечит всех, и все вы будете... Ага, будет всех бить молотком по лбу, да, как меня? Ведь теперь голова болит за нее. Наверное, так нужно было, это так правильно. Все, давай, закончим, иди на место. Давай, садись, готовься к уроку. Шиза Геннадьевна, пожалуйста, вылечите всех моих учеников. Я очень за них переживаю. Конечно, вылечу. Где эти 2? Витюша за тебя побежал. Не заходят. Вот спасибо большое. Желаю, чтобы вылечили так же, как Павлушеньку. Как моего любимого племянничка. Давайте, проходите уже. Нет, я не знаю. Заходите, я говорю. Вот, пожалуйста, вот этих 2. Какая ма? Я у тебя ма, Дарина у тебя ма. Тебя вообще никто не заберет, ты никому не нужен, понял? И Валентина Ивановна, мы лечиться не будем, понятно? Куда вы денетесь? Будете вы лечиться? Не будем. Я сказал, будете. Витя, веди на прием первого пациента. Спартака. Хорошо. Приступим. Пошли. А ты, бомжиха, сядь здесь, не воняй. Не буду я садиться, я не воняю. Рыгать хочется, запах такой, сел. Пошел ты, жопу, идиот. Ты тоже скоро станешь бомжом, понял? Садись. Держите, это вам. Спасибо, какой ты добрый мальчик. Ой, ну так делать нехорошо. Что тебя тревожит? Моя мама непонятно чем занимается. Ее вообще дома нету. Ну почему нету дома? Может тебе так кажется? Твоя мама хороший человек, я просто вижу по тебе. Какой у тебя внутренний мир хороший. Вот ты наследие нации, ты же просто будущий принц. Вот на тебя вот все надежды, у тебя нечего лечить, просто молодец. Вот. Все нормально. Ну, иди. Следующий. Ну что, не помогло, малыш? Куда собрался, мальчик мой? Это что за фигня? Почему вы его вообще не лечили? Это что за лечение такое? Что изменилось? Все правильно, Виктор Олегович.
Ничего не изменилось. Вот как был мальчик грязным и с фингалом, так и остался. Что значит такое лечение? Его вообще лечить не надо. Посмотри, какой хороший мальчик. Красавец, умник, хорошая шапочка, хорошая одежда. Что еще надо? И хорошо, впрочем, учится. Откуда это вы знаете, как он учится? И шапочка какая-то знакомая. Что значит шапочка знакомая? Конечно, знакомая. Это хорошая фирма. По телевизору рекламируют. А что не так, я не пойму. Иди, 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 мальчик, иди, иди, иди переодевайся. А ну давайте эту твердолобую с повязкой на голове сюда. Пока. Я не пойду, Витя, нет. Аня, нужно? Нет, она меня током будет бить. И вот эту вот клизму, знаешь, куда она меня запихнет? Никто тебя током бить не будет. Нет, давай вот я тебе... Послушай меня, да какой хлеб? Я нормально питаюсь, в отличие от тебя. Нет. Послушай, Аня. Послушай меня внимательно. Ты должна встать на путь исправления. Ты должна быть нормальной ученицей, которой я тебя помню. А не вот это все твое. Я исправлюсь, честно, я исправлюсь, но я не хочу к ней идти лечиться. Ну, она меня побьет там. Нет, я не буду туда идти. Ради твоего здоровья. Нет, ну Витя, вот бери, хочешь, я не пойду туда. Бери не хочу. Повязочку. Не буду я ее брать. Аня, посмотри на меня. Не буду. Посмотри на меня. Ради меня. Идем. Садись. Шиза Геннадьевна. Или как вас там? Приступайте, пожалуйста. Начнем. И с чего мы будем начинать? Что это? Ну, хлеб с дыркой. Еда? Да, это еда. Это еда. Да. Понятно. У вас руки. Руки. Положила руки. Ой. Это так прикольно. Лови. Ой, попала. Понятно. Прикольная фигня. Все запущено. Так, все хорошо. Просто... Расстройство девичьей памяти. Какой девичьей памяти? У меня все хорошо. Диагноз, да, понятен. Какой диагноз? Нужно успокоить внутренний мир. О, внутренний мир. Он у меня большой. О, градусник. Балалайка. Ничего хорошего нет. А что там пишется? 42,5. Офигеть! Нет, это не поможет. Клизма. Нет. Только клизма. Нет, я не да. могу. Нет. Здесь нет трава. Корень мандрагоры. Валентина Ивановна. Да. А может мне им лучше помочь? Потому что я смотрю, что Шиза Геннадьевна или Александровна, не помню, как ее зовут, что-то не справляется. Ну, так иди и помоги, конечно. Только не трогай меня, я разобраться не могу. Что, клизма, это самое важное, я тебе говорю, здесь суперкомпоненты, вот книга пишет, я говорила, корень мандрагоры, коленный сустав ависта здесь есть, японская кобра есть, есть когут уильямской жабы, Витя, ты видел, что моча сороконожки, нет, это я вообще не вот, а арабского скакуна, между прочим, никто при этом не пострадал, это же все лечебное, оно лечит все. Оно поможет, Витя! Нет, Витя, 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 Аня, надо! Нет, Витя, я подготовилась, я сейчас давайте. Минуту! Витя, нет! Тут... Аня, это все для тебя! Витя! Все будут здоровы! Молодец! Все, молодец! Димочка, Зайс, давай! Слушай, может быть этот, ну... Переселимся. Куда мы будем переселяться? Может, на улицу или куда-то. Чего куда-то переселяться? Смотри, у нас дом есть. Все укрыто, все укрыто. В тепле. Батареи рядом. Хавку носят, носят. Ну смотри, ну помнишь, приходил этот Витя? Ну, мой бывший лучший друг. Да-да, твой бывший лучший друг, вот это вот все. Он приходил... С Анатолием, который бывший лучший друг, не забывай. Он мне, пока Анатолия не уйдет, он мне не друг. Да, с Анатолием, вот. И вот это вот, он же что-то там говорил, повякал, вот это вот. Помнишь, все поуходили, но мы сейчас вдвоем. Что-то, мне кажется, будет неладное. Чего неладное? Кстати, между прочим, еще говорят, что это приехал, как ее, псих...
Психологиня? Да, психологиня. Чу, не психа, психологиня. Вот это страшная старуха. Ну, я видел ее типа, один раз. Понимаешь? Ну, я никуда переселяться не буду. Ты понимаешь, я должен настаивать. А если мы пойдем в класс и попросим, чтобы нам отдали этого твоего гномика, и будем... Пока Анатолия не принесут сюда, вот на это место, я никуда не сдвинусь. Ну, давай просто, например, вот под этот стол. Не-не-не, под тот стол. Ну хорошо, давай. Ха-ха, так тебе и надо. Ну что, вкусная была моча единорога? Нечего было Лерочку обзывать. Вкусно. Аня, ну ты радуйся, что тебе в одном месте я не засунули. Витя, там была моча этого, как его? Я выпила мочу. Какого единорога? Его не существует. Может, и существует. Так все, хватит ныть. Я выпила вот эту вот вонючую жижу. Я даже не знаю, что там было. А как на вкус? Ужасно, Митя. С чем ты можешь сравнить? С мочой какой-то. Будто бы ее перемешали, я не знаю, с чем. Это просто было ужасно. Откуда ты знаешь, как моча на вкус? Да, Митя, отстань меня. Ну, Аня, ну зато ты нормальная история. Да хватит ныть! Вылечила тебя, иди! Умывай свою морду! Фингалы эти под глазами! Витя, а ты молодец! Помог мне! Вот никто не помогал, только ты! Я знала, это ты моя единственная надежда! Ну, спасибо, конечно! Аня, все! Чего вы вообще хлебом бросаетесь? Может, люди голодные? Все, давай снимай! Давай, иди приводи себя в порядок! И дверь закрой! Валентина Ивановна, звать остальных двух бомжей. Так, давай, переселение. Крупнейшее переселение. Никто не пришел. Ай-яй-яй, волосы. Давай, давай. Осторожно, волосы. Волосы, давай, чуть-чуть осталось. Давай, давай, давай. Вон, больше часов. Тихо, у нас этот якорь застрял. Якорь. Тихо, 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 чуть-чуть. Чтобы никто не заметил. Чуть-чуть, стоп, давай, вот. Вон как раз маленький, будет потеплее. Давай. Чуть-чуть. Я почти это делал. Давай, кисуля. Просто, давай, надо передохнем. Если Шиза Геннадьевна согласна вылечить всех, то, конечно же, зови Виктор Олегович. Валентина Ивановна, я так и хотел сделать. Просто хотел у вас еще спросить. Шиза Геннадьевна, ну так что, звать их, или вы уже устали? Ну, я, конечно, устала. Много здесь напряжения, и аура не такая, как мне надо. Может быть, завтра остальных полечу. Не надо их звать. А хочешь, фокус покажу тебе? Фокус? Ну, можно, в принципе, только я фокусников боюсь. Ха-ха-ха, сыкло! Пошел в жопу. Сейчас мне надо собраться. Точно не боишься? Да нет, не боюсь. Смотри. Ну, немного. Ну ладно, показывай свой фокус. А, мандарина, да? Да. А как вы это сделали? Боп! Все, Валентина Ивановна, я уже отмылся, переоделся. А что с нашим старостой? Он что, умер, что ли? А что с нашим старостой? Витя, ты лег отдохнуть или что там? Витя, как умер? Как умер? Нет! Ты же, это же была только мандарин! Витя! А если угод? Клизма! Витя! Живой! Что случилось? Все хорошо. Да капец ты, только жизнь нормально началась, пришла я это, налила в рот какой-то мочи. Сумасшедшая. Вот, еще чуть-чуть. Давай вместе. Давай. Раз, два, три. Ура! Все, наконец-то мы дома. Thank you.
забирай свою подружку, идемте учиться. Пока сюда Анатолия не принесут, я куда не буду идти учиться. Что Анатолий мне нравится? В классе. Да мне, мне все равно дело, пока тут его не будет. Нас что? Нас тут кормят, нас твой кормят. Тут тепленько. Все выходит, все болит. Ты знаешь, что это временно? Давай, давай, да, пока. Ничего, придет психолог, получите. Ой, не боимся мы этого. Олег, сюда. Витюшка. Да. А это зачем? Вот чем тебя лечить? Может? Нет, нет, только не этим. Не этим. А вот у меня? Нет, нет, боюсь уколов. Нет, пожалуйста, не надо. Так мне не надо лечить. Я здоров. Таблеточку? Да зачем мне таблеточка? Не, не надо. Маленькую возьми, возьми. Ну вот возьми. Эту, желтенькую. Ага. Давайте я погадаю. Погадаете? Да. Ну давай. Судьбу твою расскажу. Мне же интересно. Вот линия жизни. Хорошая, у тебя судьба такая. Женись скоро. На красивой девушке. На красивой девушке? Да, да, да. Вот у нее будут черные очки. Галстук. Хороший. Вот вижу, 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 вижу. Сережки красные обязательно должны быть. Пожалуйста. Это что у вас такое? Это лекарство. Всех болезней помогает. Сорока, ворона, кашку варила. Этому дам, этому не дам. Вот это подумаю. Вот это... Ну, может быть, когда-нибудь. Витя, да. Ты присматривай себе девушку старше. Думаете? Да. Молодые нет, не-не, не то. Будет красивая. Умная, будет тебя любить, уважать, лечить. Ну это круто очень. И все будет тебе хорошо. Хорошо. Так что, жди меня, так... жди меня за дверью, Мия, там, все, иди. Зачем? Так надо. Ладно. А Шиза Геннадьевна, а вы бы не могли мне тоже погадать, потому что я люблю одного мальчика, и я не знаю, что у нас с ним будет там дальше. Вы бы не могли мне погадать? Ладно, иди погадай. Спасибо большое. Ну так что, меня он будет любить? Подожди, я сейчас все узнаю. Это сложный процесс. Надо... А какой мальчик вообще? А, ну, один там мальчик есть, вот. Он мне очень нравится прям вообще. И вот... А что случилось? Хочу с ним встречаться. А у нас... Мы, ну как сказать... Подожди, а... Пузырь все расскажет. А, если лопнет, будет судьба. А вы уверены, что надо так делать? О, он лопнул! Вы видели? Нет, не будет судьбы. Вот присмотрись к мальчику в зеленой футболке. А вы увидели по руке? Да, да, да. Нет, а, по кишках. Посмотри, вот зеленые. Это мальчик, твоя судьба. Да, а он мне ну, не нравится. Полюбит тебя, и судьба будет. И любить будет, и детки будут хорошие. И письмо тебе будет писать каждый день. Вот, вот, вот смотрю, вот оно. Не будет тебя судьбы ни с кем. Да ну как так? Ну я, блин, я что, одна теперь буду? Могу сделать клизму. А она поможет? Поможет. И у меня тогда вообще все мальчики будут мои? Все будут твои. А она же... Ой. Точно будет все твои. Здравствуй, Витя. Тихо. Все будут твои. Тише. Что такое? Там Шиза Геннадьевна Анику лечит. Она ей гадает. До сих... В смысле гадает? Она ее не вылечила до сих пор. Точно будет все твои.
Витя, там эти два бомжа, прикольно, они до сих пор живут, еще перебрались под другой стол. Давай уже их приводи, пусть она их вытечет. Ну ладно. Здравствуйте, Валентина Ивановна. Здравствуйте. Вот, лечу вашу ученицу. Тяжело поддается, конечно, лечению, но я стараюсь. Если что, приходите ко мне, я вам помогу тоже. Так хорошо, что вы помогаете Анечке. Анечка, тебе полегчало? Ну, конечно, полегчало. Все со мной уже хорошо. Умничка, вот умничка. Спасибо большое, Шиза Геннадьевна. Вы такой профессионал. Я вообще удивляюсь. До этого психолог был вообще. Даже с детьми не встречалась, не общалась. Да я же знаю, вот Анечка, вот я сказала, что замуж выйдет, но не скоро. А вот если сделать еще лечебную клизму... Ой, я готова, только если за такого мальчика. Какой замуж ты в 9 классе, Аня? Я не сейчас же хотела выходить, а... Я думаю, тебе рано об этом думать. Об учебе нужно думать, какой замуж. Ну, да. Шиза Геннадьевна, я думаю, вам нужно... промыть ей мозги. Валентина Ивановна, я здорова. Вот есть одно. Хорошо, я в этом вообще ничего не понимаю. Занимайтесь, Анечка. Делай все, что говорит Шиза Геннадьевна. А что это? Это можно есть? Нужно! И будешь здоров. Валентина Ивановна, я вообще хотела клизму сделать, вот лечебную. Здесь, между прочим, всем трав, всем помогает. Ну, нет так нет. Аня, иди. Ты уже здорова полностью. Спасибо. Алло, просыпаемся, Алёрыч. Встаем. Валентина Ивановна сказала, что вы вставали на путь исправления. Там, короче, к Шизе Геннадьевне надо идти. Какой Шизе Геннадьевне? Пока сюда Анатолий не принес. Да мне побалдел, что это психолог. Я сплю. Моя тесуля спит, отца, не выглядишь, уйди отсюда. Что ты хочешь? Что ты пришел вообще сюда? Я говорю, встаем. Да мне все равно, что ты мне говоришь. Анатолия пока тут не будет. Вот, на вот этом месте. Понял, ушел отсюда. Ребята, я вам только говорю по-хорошему. Да хоть по-хорошему, хоть по-плохому, всем все равно. Я считаю до трех. Раз, два, три. Все? Я считаю до трех. Раз, два, три. Пошел отсюда. Нет, ты меня Нет. Встаем. Мы ждем Анатолия. Не ломай ты меня! Встаем! Кисуля, аккуратно! Вставай! Ира, подними никуда! Вот это психолог, я понимаю. Да капец, какой психолог. Да прям как рукой сняло, сразу вылечила. Как рукой сняло, тебя избили, а ты рукой сняло. Она реально крутая. Я говорю, заходи, блядь. Да я не хочу, блядь. Назад. Вот что за Геннадий. Привел вам сам, не подающихся. Стоять на месте, блядь. Занимайтесь с ними. Всех вылечу. Веди эту четверку сюда. Так в смысле четверку? У нас трое, ну если меня считать. Да, ты, ребята, слепая, трудная. Что это рот закрыла? Давай вот этого. Солнышко мне сюда. Вылечим. Какое солнышко. Все, давай иди. Куда? Не буду идти. Не идет он никуда. Понятно. Кисуля, пошел! Не трогай Диму! Садись. Как все запутано. Мама. Господи, спасибо. Не бойся, все нормально будет. Смотри. А что тут рыба соленая? Нет, это точно нет. Это точно нет, 100%. Нет, ты куда-то куда? Сегодня! Есть, смотри. Куда? Туда! Ну ладно, подожди. Кис, ты меня спаси тут. Нет, это что? Это я с тобой, я всегда с тобой. Нет, клизму точно нет, все, клизму нет. Что вы делаете? Семь трав не подошли. Вы в шестах даже не подошло. Сиди давай. Держись. У тебя что, нет сердца? Есть. Ой, туда не надо. Подожди, бьется. Пустите меня, пожалуйста, кто-то. Сиди давай. Не надо, ну пожалуйста.
есть третий глаз. Хорошо. Какой третий глаз? Что вы мелите? Третий глаз. Нет, куда молотком? Нет, нет, нет. Это что за лицо? Пускай, не надо, что это? Ловим. Да, это хорошее. Все? Вылечился? Лечила, да. Ой, это... Свободен. Блин, лечить нечего было. Аж обидно. Следующий. Ну его хрень, надо говорить, я пошел к тебе в домик. Какой домик? Каня пошел, сел за свою же парту, блин. Задрал уже. А ты что смотришь? Пошла! А что это за чупакабра? Дарина. Свобода. Дарина? Где написано, что это Дарина? Подожди, подожди. На лбу, подожди. Точно Дарина. Точно. Я знала. Вы ничего дай там не будете? Дай руку, пока. Какую? Кисуль, давай, кисуль, давай, там все хорошо будет. Готовь на левой. Нет, на... Стоять! Нет, не надо, не надо, не надо, не надо! Нет, только не укол, только не укол, только не укол! Дарина, слушайся врача! Трещи! Все хорошо. Успокойся. Смотри на лапку. Руки! Кисуля, держись, кисуля! Вы, Шиза Геннадьевна, успокойтесь! Димочка, не держи! Успокойтесь! Ах, судьба моя, судьба! А ну... Это судьба. Вот твоя судьба какая. Картошка. Я хочу картошку. Правда, я хочу есть. Правда, хочу есть. Вот тебе на поле работать и картошку пахать. Вот твоя судьба. Не-не-не, работать не люблю. Вот так и будет. А рыбу можно? Я так кушать хочу. Нет-нет, рыба не для тебя. О, это мне подарок? Что вы делаете? Отпустите мою кисулю, мы пойдем обратно в наш дом! Кисуль, держись, кисуль, она тебе это сейчас порежет. Фу, как рыба воняет. Вот там, где воняет рыба, там твоя судьба. Все. Где рыба? Моя судьба. Картошку, я хочу кушать. Так картошки хочу кушать. Тебя не будет. Ой, ну хочу кушать! Иди. Дал же Бог таких учеников. Шо, куда ты идешь? На место. Да домой к себе! Туда! Сними вот это. Стой! Сюда, смотри! Не трогай мою кисулю, ты козел! Ноги свои убери! Что за... Ноги убрала! Все, сиди здесь! Валентина Ивановна, все вылечены! Ну и отлично! Очень хорошо! Приступаем к проведению урока! Стоп, 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 Валентина Ивановна, вы вообще-то обратите на меня внимание. Я психолога пригласил, всех вылечил, а вы в своем вот этом телефончике сидите, на меня даже внимания не обращаете. И как я на вас, как я попросил, чтобы вы на меня говорили? Виктор Олегович вообще-то. Молодец, молодец, что я могу сказать. Виктор Олегович, хорошо. Приступай к уроку. Витя, не мешай, я буду теперь инстаграм-блогерша. Я не хочу больше заниматься никаким преподавательством. Ой, а я бы на вашем месте так бы не сидел. Я вообще-то этот телефон на вас кредит взял. Нам поесть. Целых 65 тысяч гривен. Плюс вам еще придется выплачивать 25%. Офигеть, офигеть. Так и знал просто, что так будет. Ну взял, так выплачивай. А я сказала, я меняю работу. Вот у меня уже 2000 фолловеров. Кого-кого? Фолловеров? Кого? Это что такое? Короче, эти ваши 2000 фолловеров, или как оно там называется, вам ни копейки вообще не принесут. И вы не поняли, кстати. Кредит на ваш паспорт. У вас в старом телефоне идея там была и... Короче, не важно. Шиза Геннадьевна, тут такое дело, короче, надо вылечить учительницу, она, походу, зависима от телефона.
смотри. Привет, привет, мои любимые подписчики, фолловеры, тюм-тюм-тюм-бумочки. С вами Кисуля 84. Я вас люблю, обожаю. Я буду проводить теперь прямые эфиры. Смотрите, вот, вот елка, вот я. Хотите быть такой красивой, стильной, как я? Нужно, первое, вставать с утра, умываться льдом и потом, конечно же, сделать зарядку. Да-да-да, вот так. Раз, два, три, четыре. Вау, я вижу три подписчика, это круто. Фолловеры. Витя. Фолловеры, отключаемся. Наша честь сошла с ума. Фолловеры. Витя, что ты делаешь? А, привет. Да, привет. А ты телефон. Витя. Меня Витя зовут. Сюда ее. Да. Так, Валентина Ивановна, все, фолловеры, пока. Все. Ты нормально вообще? Ау! Все. Бегу. Что такое вообще? А ты телефон. Да нет. Пройдет. Быстро сюда ее! Да, пройдет. Это же все! Пройдет. Это все ради вас. Дима, помогай! Дима, помогай! Анатолия моего, да? Дима, я даже это делаю! Быстрей! Кисуль! Сейчас, Дима! Руку!